Вы смотрите программу «Военная тайна». В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Почем фунт грузинского лиха? Как ушлые кавказские гастарбайтеры устроили в Европе воровскую малину? И почему гордые грузины никак не могут протиснуться в калашный ряд европейцев? Даешь новый ближневосточный конфликт? Зачем американцы натравливают на Иран саудитов? И при чем тут цены на нефть? Мухаммед бен Салман, известный как MBS, ведет свои войска к легкой победе. Осторожно, химическая атака! Зачем натовцы начали переоснащать химические войска? Зачем современному десантнику противогаз? И для чего американских морпехов учат выживать при ядерном апокалипсисе? Атака на православие. Как западные стратеги пытаются уничтожить основу русского мира? Кто объявил войну священникам Московского патриархата на Украине? И почему Запад и Европа боятся православия больше, чем коммунизма? Страх особенно всегда это было и во время Византийского царства. Сомнение к православию. На прошлой неделе международные эксперты оценили возможность развязывания войны между Россией и НАТО и сами испугались собственных выводов. Получилось, что по 10-бальной шкале вероятность прямых боевых действий с бомбардировками, жертвами и остальными уже подзабытыми Европой прелестями войны составила невозможные 7 баллов. Это значит, что в 7 случаях из 10 нас, Россию и Европу и Америку, ждет война. И пусть никого не вводит в заблуждение тот факт, что мы с Америкой и Европой сегодня смотрим одни и те же сериалы, слушаем одну и ту же музыку, носим примерно одни и те же шмотки, и рекордное количество туристов из западных стран посетило Москву в этот Новый год. Отравленная гречка, которую кушал Скрипаль, хороший пример. Чтобы все это вспыхнуло кровавым пожаром, нам сегодня не нужна даже кровь. Достаточно просто капли, только похожей на кровь жидкости, пробирки какого-нибудь американского или британского генерала, который начнет ею размахивать перед носом мирового сообщества. Но как же наш мир, такой уютный, такой жалостливый к бездомным щенятам и больным СПИДом мигрантам, толерантный к сексуальным отклонениям и пирсингу в самых невозможных с точки зрения гигиены местах? Как же он докатился до почти неизбежной войны, в результате которой мир почти неизбежно может умереть? А все очень просто. Во всем виновата она, десятилетиями культивируемая глобальная безответственность политиков и национальных лидеров, которые в результате сегодня уже немногим отличаются от просто высокооплачиваемых клоунов. Это они завели наш современный мир в дебри возможной войны. А вот теперь, даже выброшенные на обочину историю, как сломанная игрушка, они по привычке все продолжают издавать одни и те же, да более знакомые звуки. Посмотрите, эти кадры из украинского реалити-шоу «Love Love Car» с незалежной на этой неделе стали настоящим хитом. Молодые люди, в чем мать родила, на камеру употребляли алкоголь и играли в бутылочку. Ну что? Ну что? Крутите барабан. Крутите барабан. Ты снимаешь, да. Можно сказать, ну и что? Бывают передачи и пооткровеннее. Все так и думали, пока в одном из участников не разглядели Олега Белоусова, киевского прокурора. Причем засветил прокурор не только лицо, но и другие, не менее значимые части своего тела. Мне все равно, на самом деле, было. Ну, надо раздеться, я разденусь, мне сложно. Ну, как сложно? Это какой-то нудист-пати, короче. Эксперты шутят, с таким подходом Олег Белоус может смело уходить из прокуратуры и в отставке попробовать себя в роли актера фильмов для взрослых. Или вести другое шоу, например, такое, где нужно раздеваться во время прогноза погоды. Олег
кстати, с легкостью разделся. Конечно, то, что вот как раз он не в такой классной форме, как он обычно, там, покачанный такой весь в кубиках, его это смущало. Кстати, и некоторые высокопоставленные пенсионеры с удовольствием уходят на телевидение. Например, Барак Обама, бывший президент США, хочет запустить собственное телевизионное шоу, в котором он будет делиться со зрителями своими мыслями и идеями. Правда, времени у Барака Обамы даже в новом статусе безработного пока не так много. Он буквально на расхват. Посмотрите, на этих кадрах бывший президент участвует в церемонии открытия собственного портрета. Замечательно видеть всех вас здесь. Ну что, как вам? Довольно похоже. Барак Обама читает лекции, раздает интервью, выкраивает время на танцы и даже успевает переодеваться в сказочных персонажей. Вот он в образе Санта-Клауса поздравляет с Рождеством американских детей. Я слышал, что вы, ребята, хорошо себя вели и были непослушными совсем немного. И поэтому я купил вам немного игрушек. Теперь Обама пишет еще и мемуары. За автобиографию политика издательству предлагают невероятный гонорар в 30 миллионов долларов. В общем, как сказали бы у нас, Обама в настоящем шоколаде. Но самое интересное, что даже отойдя от большой политики, в промежутках между написанием мемуаров и переодеванием в Санта-Клауса, Обама успевает обвинять Россию во всех американских проблемах. Правда в том, что русские собирались вмешаться в выборы, и они вмешались. Если быть честным, то, что волнует меня, не так давно мы видели множество комментариев от республиканцев и их сторонников, которые были уверены во Владимире Путине больше, чем их соотечественники, потому что эти соотечественники — демократы. Этого не должно быть. Эксперты поговаривают, в том, что Обама даже после отставки продолжает играть в русофобию, нет ничего удивительного. Ведь пенсии многих западных политиков напрямую зависят от градуса их антироссийских настроений. И чтобы получать крупные контракты на книги, сниматься в телешоу и безбедно жить, нужно ругать нашу страну. Вот если ты будешь рассказывать о России то, что ты реально думаешь, то есть ты видишь в России страну, которая никогда не нападет первой и которая всегда готова к диалогу. Хотя бы вот таких высказываний уже достаточно, чтобы попасть в немилость к людям, которые, от которых зависит твое благосостояние. Полюбуйтесь, а вот еще один почетный русофоб на пенсии – Джордж Буш-младший. Именно при нем, несмотря на все предыдущие договоренности, НАТО стало расширяться на восток. Латвия, Эстония, Литва, Болгария стали членами альянса. Вслед за этим, по указке Белого дома, вокруг границ России стали появляться системы ПРО. А в 2008 году, по указке Вашингтона, Грузия напала на Южную Осетию. Эксперты шутят. Джордж Буш-младший сделал все, чтобы заработать себе на безбедную старость. Красота, да и только. Как в такой обстановке не удариться в искусство? И Джордж Буш ударился. Начал рисовать портреты коллег. Кстати, своей самой удачной работой он считает изображение российского лидера. Я встретился с Владимиром на его даче под Москвой. И он сказал, что хочет увидеть мою собаку. Его огромная собака, безусловно, намного больше, чем скот-терьер. И Путин посмотрел на меня и сказал: «Больше, сильнее, быстрее, чем Бонни». И я ответил: «Вау, любой человек, кто думает, что моя собака больше, чем твоя, интересный персонаж». И портрет как раз это передает. Правда, как отмечают эксперты, русофобское настроение берет верх над симпатией к Владимиру Путину. И в своих многочисленных интервью пенсионер государственной важности при упоминании о российском лидере не упускает момента съязвить. Все-таки пенсию отрабатывать нужно. Кто бы ни был президентом, он увидит, что Путин будет продолжать давить. И давить до тех пор, пока кто-то не восстанет против него. Ничего святого! Почему цветы с могил снова появляются в продаже? Как орудуют кладбищенские воры и сколько зарабатывают на чужом горе воротилы похоронного бизнеса? Жажда наживы. Кому выгодно, чтобы миллионы людей по всему миру умирали от нехватки воды?
И есть ли разница между дорогой водой из источника и обычной из-под крана? Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Сегодня в 16:30 на РЕН-ТВ. Еще не знаешь, что такое кэшбэри? Да это же самая простая и самая эффективная система взаимного кредитования. Здесь ты можешь с легкостью взять деньги в долг или дать их взаймы под проценты. Я сам инвестирую здесь уже достаточно давно и зарабатываю на этом неплохие деньги. Хочешь зарабатывать так же? Тогда переходи по ссылке в описании и регистрируйся на кэшбэри прямо сейчас. С нами просто и прибыльно. Эксперты подшучивают, а вот подчиненная Буша, госсекретарь США с приставкой «экс» Кондолиза Райс, на домик в престижных районах Вашингтона так и не заработала. Хотя и очень старалась. Сейчас Кондолиза живет на то, что преподает политологию в Стэнфорде и до сих пор ненавидит Россию. Так на днях одержимая злым русским духом бывшая госсекретарь гадала, как же все-таки кремлевским хакерам удалось вмешаться в американские выборы? Я считаю, что сейчас наша задача – это прежде всего выяснить, как на самом деле им это удалось. Позором за первое вмешательство, но позор и нам, если они его повторят. За свои многочисленные нападки на Россию достойные отступные получил и бывший британский премьер Кэмерон. И даже после того, как он с позором покинул свой пост, ему удалось заключить выгодный контракт на публикацию мемуаров, за который он получил 800 тысяч фунтов стерлингов. А в октябре прошлого года ему еще и предложили тепленькое местечко в американской компании First Data, которая занимается электронными платежами. Всем понятно, что таким образом людей кормят, людей подпитывают финансами, чтобы сохранить их образ жизни, к которому они привыкли, и чтобы они не говорили того, чего не должны говорить. Потому что любой политик во власти знает ту информацию, которая может стать достоянием общественности после того, как он уйдет со своего поста. Не остался в стороне и супруга экс-премьера Великобритании. По удивительному стечению обстоятельств, именно после отставки мужа, женщина обнаружила в себе дизайнерский и деловой талант. Взяла да и основала собственный бренд модной одежды. Это платье одно из тех, которые я сама создала, и оно является наиболее хорошо продающейся формой. Мы начали продавать такие в первом сезоне, застежкой на воронкообразном воротнике, и продали буквально за неделю. Затем мы сделали еще, и они также продались. Кажется, что, глядя на такие успехи коллег, отчаянно хочет заработать на достойную пенсию и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Казалось бы, после неудачи в предвыборной гонке бабушке пора на покой. Но неуемная железная леди продолжает, на чем свет стоит, ругать Россию. Что мы выяснили про влияние России? Это больше, чем тревога. Это чистая и настоящая угроза. Как говорится, без комментариев. Неудивительно, что многие американцы считают, что Хиллари постепенно сходит с ума. Причем женщина представляет опасность не только для окружающих, но и для самой себя. И последнее ее приключение в Индии явное тому подтверждение. Вот, к примеру, после интервью на местном индийском канале миссис Клинтон себе чуть не сломала хребет. Полюбуйтесь. А позже в индийском отеле старушка Клинтон поскользнулась в ванной и сломала запястье. Такие выкрутасы не остались без внимания американских телевизионщиков. Она поскользнулась не один раз, а дважды. Она, очевидно, менее стабильна на ногах, чем моя бабушка, которая старше на 20 лет. А как же сегодня поживают политики, которые в свое время не скрывали симпатии в адрес нашей страны? Вы будете в шоке. Сегодня на них устроили самую настоящую травлю. Взять хотя бы экс-президента Пятой Республики Николя Саркози. Сейчас он находится под следствием, якобы из-за связей с Каддафи. Правда, эксперты поговаривают, что атака на бывшего лидера Франции – это запоздалый ответ на антирусофобскую политику Саркози. Например, он одним из первых
признал референдум в Крыму и призывал к возобновлению отношений с нашей страной. И за это его и наказали. Когда вдруг о России начинают говорить не так, как принято в цивилизованном обществе, как они себя любят называть. И тут как бы могут доставать определенные скелеты в шкафу и начинать против тебя использовать. Досталось еще одному другу России, Герхарду Шрёдеру. В прошлом году немецкий политик получил предложение возглавить совет директоров Роснефти, и бывший канцлер не побоялся его принять. И этого ему не простили. На родине Шрёдеров устроили настоящие публичные порки. Если один из бывших ведущих политиков позволяет себе руководствоваться такими экономическими интересами, то он наносит ущерб и ставит под вопрос легитимность деятельности всех политиков. Он дискриминирует коллег, которые еще находятся в должности. Эксперты поговаривают, чтобы не повторить несчастные судьбы коллег, которые решились поддержать Россию, нынешние лидеры Запада не скупятся на жесткие заявления в адрес нашей страны. И особенно стараются в Англии. Вот, к примеру, до сих пор не унимается эта английская леди, британский премьер Тереза Мэй, которая обвинила русских в отравлении бывшего российского разведчика Скрипаля. Россия устроила наглое и безрассудное нападение на Соединенное Королевство, когда она попыталась убить двух человек на улицах Солсбери. Я буду поднимать этот вопрос со своими коллегами, потому что ясно, что российская угроза не уважает приказы. И действительно, инцидент в Солсбери был частью модели российской агрессии против Европы, ее ближайших соседей от Западных Балкан до Ближнего Востока. А вот министр иностранных дел Британии Борис Джонсон так и вовсе недавно цинично сравнил Россию с гитлеровской Германией. Я думаю, что российская угроза – это состояние ума, корни которого находятся в Кремле. Я думаю, что сравнение с 1936 годом, безусловно, верно. Я думаю, что эта перспектива отвратительна. Сама мысль о том, что Путин возвеличится. Обвинение в адрес России поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Мы полностью солидарны с Великобританией. Много доказательств указывает на Россию. Эксперты твердят, европейских чиновников можно понять. Все на старости лет хотят получать достойную пенсию и писать в тепле мемуары, а не находиться под следствием. И если четко исполнять генеральную линию партии, то можно рассчитывать на действительно щедрые бонусы. За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы и Михаила Горбачева, главного пенсионера разваленного Советского Союза. Он далеко не бедный человек. И ни для кого не секрет, что основные свои доходы он получил от западных спонсоров. Весной прошлого года немецкие журналисты рассказали, что первый президент СССР продает свою баварскую виллу, внимание, за 7 миллионов евро, то есть за 450 миллионов рублей. Дом Горбачева известен на Тегернсее как Хубертус Шлёссель, замок Хубертуса. Он расположен в городе Ротах-Эгерн. Глядя на все это, становится понятно, что западные политики и даже некоторые российские готовы на все, лишь бы выслужить себе бонусы и безбедную старость. Ну и еще один пример из жизни тех, кто управляет миром. Однажды у товарища Сталина спросили, как он относится к западной демократии. Дело было в 1945 году. Берлин, июль, Потсдамская конференция. На пьедестале истории лидеры трех стран-победительниц – Сталин, Черчилль, Рузвельт. И тут приходит весть о том, что Черчилль проиграл выборы какому-то Клементу Эттли, политику неизмеримо меньшего масштаба, и Черчилль больше не премьер. Когда за столом конференции место Черчилля занял Эттли, Сталин возмутился. «Да что же это за такая демократия?» – сказал он. «Если вместо умницы Черчилля, который спас Великобританию от уничтожения и вывел ее в победители, в результате вашей демократии приходит тупица Эттли, это все что угодно, только не демократия». Черчилль потом еще раз станет премьером и войдет в историю как выдающийся политический деятель 20 века, который спас Великобританию от фашизма. С
Сталин сделал не меньше Черчилля для того, чтобы спасти Советский Союз от фашизма. Но вот войдет он в историю только как кровавый диктатор. А теперь моя личная благодарность зрителям славного города Белгорода, где на прошлой неделе у нас была творческая встреча. Дорогие друзья, спасибо вам за теплый прием, за интересные, заинтересованные, умные вопросы. Не на все, к сожалению, я успел ответить в зале, но обещаю, что обязательно дам ответ в эфире. Для меня эта встреча была очень важна, потому что ваш искренний интерес к программе, ваша любознательность, ваша любовь питает нас творческой энергией. Спасибо вам, уважаемые белгородцы. Счастья вам и мирного неба над головой. А наша следующая творческая встреча состоится в Краснодаре 28 апреля в зале областной филармонии в 19:00. Так что не пропустите. Почем фунт грузинского лиха? Как ушлые кавказские гастарбайтеры устроили в Европе воровскую малину? И почему гордые грузины никак не могут протиснуться в калашный ряд европейцев? Даешь новый ближневосточный конфликт? Зачем американцы натравливают на Иран саудитов? И при чем тут цены на нефть? Мухаммед бен Салман, известный как MBS, ведет свои войска к легкой победе. Аты-баты шли солдаты. Отчего английских гвардейцев ноги не держат? Как напугать американских морпехов? И почему натовцы испугались патриотичных русских детей? Ну а теперь позволю себе небольшую цитату. Министерство иностранных дел Грузии, читаю официальный документ, осуждает факт использования химического оружия на территории Великобритании. Министерство иностранных дел Грузии выражает солидарность Великобритании. Министерство иностранных дел Грузии объявляет нежелательным нахождение на территории Грузии, теперь слушаем особенно внимательно, одного сотрудника, действующего при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России в Грузии. Что можно сказать россиянам, которые этим летом собираются в Грузию на шашлыки и невыразимо красивые закаты? Может быть, вы не знаете, но в Грузии давно нет российского посольства. Там есть только секция российских интересов. Что это такое? Это 10 приставных стульчиков, а сегодня на один стульчик еще меньше, которые стоят в посольстве Швейцарии. Так что если на родине Пиросмани, Данелии и Динамо Тбилиси вас окликнут по-швейцарски, на всякий случай откликнитесь. Констебль ждать не будет. В середине этой недели в Белом доме встречали младших братьев по демократии из Прибалтики. Президентов Литвы, Латвии и Эстонии удостоил вниманием сам президент исключительной в кавычках нации американцев Дональд Трамп. Обсуждали, как водится, проблемы экономики, энергетики, затронули даже тему кибернетической безопасности. Но львиную долю времени президенты потратили, вы, наверное, уже догадались, обсуждая страшную угрозу, исходящую от России. Вот, послушайте. Страна ведет себя агрессивно, разворачивает военные действия, грозится нанести ядерный удар по твоим границам. Конечно, в таком случае ты называешь эту страну не очень дружелюбной. Вот почему мы инвестируем в нашу оборону, в нашу безопасность. Мы инвестируем в реформацию НАТО. Мы хотим видеть сильное НАТО, сильное международное сотрудничество. Чтобы в Прибалтике русским духом вдруг не запахло, президенты Латвии, Литвы и Эстонии попросили у Трампа одолжить им еще немного деньжат на оборону. И Дональд Трамп покровительственно согласился. И теперь совсем скоро прибалты получат от США 100 миллионов долларов на закупку боеприпасов для крупнокалиберного оружия. Естественно, американского производства. Прибалтийские лидеры уже было потирали ладошки от радости, но в конце встречи американский президент взял и огорошил главных русофобов планеты, заявив, что подумывает помириться с Россией.
Вероятно, никто не был более жестоким к России, чем я. Но если бы мы поладили с ней, это было бы хорошо, а не плохо. И все с этим соглашаются, кроме очень глупых людей. Больше прибалтов на этой неделе удивлялись, пожалуй, только грузины. Почему, спросите вы? Посмотрите на это скромное фото. Оно появилось на официальном сайте грузинского правительства в середине этой недели. Оказывается, в один день с прибалтийскими президентами в Америке был и грузинский премьер Георгий Квирикашвили. Правда, смеются эксперты, его не пустили на порог Белого дома. Своим вниманием его удостоил всего один улыбчивый конгрессмен. Зачем они там, грузины, им нужны? Что может Грузия дать американцам, Европе? Ну, мы-то понимаем, что они могут принести хороший шашлык и хорошее грузинское вино. Грузия им нужна только для того, чтобы быть тараном против России. Ну, это таранчиком. Таран большой — это Украина, а Грузия — такой мелкая иголка, которая может иногда подколоть и пакость. Грузины из кожи вон лезут, чтобы, как говорится, пролезть со своим гордым носом в калашный ряд европейцев. На днях за компанию со старшими братьями по демократии даже прогнали из страны российского дипломата. А в отношении остальных стран тоже зеркально все, в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. И вот, собственно говоря, пока это все. Но и это не все. Чтобы, как говорится, прочувствовать все западные и европейские ценности, гордые грузины даже разрешили проводить у себя гей-парады. Правда, тут вышла осечка, смеются эксперты. Когда горячие кавказские парни видят, как по центру их столицы разгуливают вот такие молодцы в стрингах цвета радуги, кровь вскипает, и рука сама тянется к кинжалу. Вот посмотрите, чем закончился прошлогодний парад сексуальных меньшинств в Тбилиси. Даже в глубоко верующее грузинское общество, как говорится, пробралось разнообразие. Посмотрите, эти кадры недавно взорвали интернет. На них бывший исполнительный директор ЛГБТ Грузия Давид Михаил Шубладзе, облаченный в национальный грузинский костюм, приносит клятвы верности своему избраннику. Эксперты говорят, соглашаясь на роль западной марионетки, грузины надеялись, что получат от этой, в кавычках, «дружбы» приличные барыши. Однако сегодня едва ли не треть населения страны живет за чертой бедности. Неудивительно, что грузины быстро откликнулись на призывы своего опального экс-президента. Да-да, вы не ослышались. На этой неделе грузинский черт Михаил Саакашвили, смеются эксперты, снова выскочил из табакерки и теперь грозится вернуться на родину, свергать власть и вернуть Грузии былое величие. Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде. И хотя опального грузинского политика уже давно воспринимают как политического шута, многие его идею о новой оранжевой революции восприняли на ура. И это неудивительно, говорят эксперты, ведь жизнь в Грузии не сахар. Посмотрите, что ни день, то новая забастовка. На этой неделе работники Батумского морского порта вышли на митинг, требуя от руководства прекратить массовое увольнение сотрудников. Дошло до крайности. 12 человек даже объявили голодовку. Руководство порта планирует реорганизацию. Мы, как всегда, узнали поздно. За реорганизацией последует перераспределение по фирмам, отделение от порта. И мы категорически против этого. А вот так бастовали работники тбилисского метро, требуя у властей повышения нищенских зарплат.
Исследование показало, что 60% машинистов не доживают до 65 лет. Их условия труда тяжелые, и они не могут дополнительно работать на другом месте. Ситуация в Грузии действительно патовая, говорят эксперты. Сейчас официальный уровень безработицы в стране 12%. Правда, данные опроса, который провел Американский национальный демократический институт, просто шокирующие. На самом деле 60% опрошенных грузин считают себя безработными. Вот послушайте. Ищу вакансии, но пока что ничего не нахожу. Слово и дело, журнал, интернет, в котором я ищу рабочее место. Везде нужны люди до 40 лет, уборщики, уборщицы. Так что те, кто на пенсии, пусть попрощаются с работой. Я занят, трудоустроен, я студент, имею две работы. В одной платят, в другой нет. Именно поэтому многие грузины бегут с нищей родиной, пытаясь найти в сытой Европе хоть какой-нибудь заработок. Вот только мести улицы, работать на стройке или драить бюргерские сортиры гордые кавказцы не желают. Куда привычнее для них сколачивать банды. Эксперты смеются. Когда-то 4-миллионная Грузия отдала огромному СССР 2/3 воров в законе. Теперь пришла очередь Европы понять, почем фунт грузинского лиха. Грузия славится своими преступниками по всему миру, ворами в законе. Их много не только в Европе, их много в России. Растет официальная власть от этого народа, то и, скажем так, неофициальные круги, теневые круги, они тоже это используют. Это традиционно. А эти кадры оперативной съемки были сделаны в немецком городе Кобленц. Банда грузинских бандитов была поймана с поличным во время ограбления местного киоска. Эти кадры были сделаны сотрудниками греческой полиции. Посмотрите, золотые украшения, часы, электроника и много наличности. Все это добро было награблено выходцами из Грузии. А это итальянский Турин. Посмотрите, двое выходцев из Грузии решили ограбить табачную лавку. Пока один вор обчищал кассу, его подельник наносил ножевые ранения несчастному продавцу. А вот так выглядят грузинские домушники. На этих кадрах видно, как молодые люди, даже не скрывая своих лиц, проникают в один из жилых домов Турина. Спустя некоторое время они также спокойно скрываются с награбленным имуществом. Правда, полиции удается взять грабителей на одном из складов. ЕС от таких кавказских гастролеров уже хватаются за головы. Дошло даже до того, что европейские страны всерьез задумались над тем, чтобы отменить безвизовый режим с Кавказской республикой. А ведь сколько было надежд, какие грандиозные планы строили грузины, предвкушая выгоду от дружбы со старшим европейским братом. Оно вполне естественно воспринимается в Грузии, потому что Грузия возвращается домой. Грузия возвращается в Европу, и это еще один шаг по возвращению к Европе. Но кавказская мечта очень скоро разбилась о суровую европейскую реальность. Европейцы хоть и зазывали в ЕС, родниться с грузинами по-настоящему, кажется, не собираются. Зачем Грузия Евросоюзу? Что Евросоюз может получить от Грузии? Деньги? Нет. Армию? Нет. Там всего рынок маленький. То есть приход Грузии в Евросоюз – это только благо для Грузии. Евросоюз ничего не получит. У них там так товаропродукты девать некуда. А еще грузины захотят квоты, поставлять товар. Сегодня Грузию от окончательного падения в экономическую яму спасает только туризм. Это, пожалуй, единственное, что развивается в стране семимильными шагами. Еще бы, ведь по сравнению со многими другими направлениями, поездка в Грузию стоит копейки, и это очень привлекательно. Правда, не столько для американцев и европейцев, которые теперь грузинам чуть ли не кровные братья, а, например, для арабов. Посмотрите, вот туристы из Кувейта. Поверить не могут своему счастью. Все так дешево. Это один из лучших отелей.
Для жителей богатых арабских стран поездка на Кавказ все равно, что один раз по магазинам пройтись. Всего-то около $500. За эту сумму их ждут прекрасная погода, кавказское гостеприимство и насыщенная программа. Правда, рады грузины не всем туристам. Посмотрите, вот чем закончилась недавняя поездка российских туристов в Грузию. Машину с московскими номерами забросали камнями прямо в Тбилиси. Рассказали об этом неприятном ЧП даже в эфире грузинского телеканала. В результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшие на место происшествия полицейские доставили его участника в ближайшее отделение. А вот как грузины, которых мы когда-то считали гостеприимными, срывают советские и российские флаги уже с другой машины российских туристов. Таких видео и новостей в Грузии сотни. Российские туристы для некоторых местных словно для быка красная тряпка. Правда, есть и те, кто нас по-прежнему любит. Вот опрос на улицах грузинской столицы. Посмотрите, как местные жители на самом деле относятся к России. Ездим, ходим, дружим. По мне, как по мне, обычно все. Мы жили с русскими, веками жили с ними, правильно? Но даже они сейчас приезжают мирно, тихо, спокойно, все. Мы дружим с ними, мы же простые люди. Мы очень любим русские. Они очень добрые, хорошие. Обратите внимание, так о русских отзываются в основном люди среднего и старшего возраста. Те, кто помнит еще хорошие отношения между нашими странами. Те, кто вырос в Советском Союзе, когда Москва была не за границей, а столицей нашей общей родины. Даже говорят они на русском, в отличие от молодежи. Сегодняшние студенты в Грузии учат английский, а русский почти не знают. А те, кто знает, пользуются им только при крайней необходимости. Вот опрос, который провели среди учащихся одного из столичных вузов. Английским я владею лучше. Хотя новости иногда слушаю на русском. Что касается научной литературы, то, к сожалению, на английском и грузинском у нас ее не хватает. Приходится пользоваться той, что издана на русском. На русском читаю только ту литературу, которой нет на других языках. На русском информацию почти не получаю, не пользуюсь им, больше на грузинском и английском. Почему молодежь делает ставку на английский язык, понятно. Свое будущее они видят в Европе и США. Эмиграция вообще модный тренд в современной Грузии. Уехать подальше – мечта миллионов. Но если так пойдет дальше, говорят эксперты, то совсем скоро Грузия станет второй Прибалтикой, государством-призраком, где свой век доживают одни старики, которые не смогли сбежать со своей родины. Как живут наши бывшие сестры по родине? Солнечная Молдавия, гостеприимная Грузия, серьезная Латвия, милое сердце Украины. Часто ли ездят на выходные в Париж? Сколько стоит у них коммуналка? По-прежнему ли во всех своих бедах они обвиняют Россию? Если вы ищете ответы на эти вопросы, вот эта книга для вас. «Бывшие сестры». В ней мы попытались дать честный ответ, с чего это вдруг, если у них так хорошо, как об этом рассказывают их чиновники, численность населения после освобождения от советской как бы оккупации сократилась на совершенно невозможные 20%. Более того, почему, по прогнозам экспертов, через 40 лет наши любимые, например, Эстония, Латвия и Литва, войдут в историю как государства-призраки, у которых территория будет, а вот населения уже нет? Эту книгу можно найти на полках «Читай города». Даешь новый ближневосточный конфликт. Зачем американцы натравливают на Иран саудитов? И при чем тут цены на нефть? Мухаммед бен Салман, известный как MBS, ведет свои войска к легкой победе. Аты-баты шли солдаты. Отчего английских гвардейцев ноги не держат?
как напугать американских морпехов и почему натовцы испугались патриотичных русских детей. Шах и мат. Как Ким Чен Ын перехитрил заокеанских геостратегов? И почему в Северной Корее сильно скучают по СССР? Если вас спросят, где на Земле может в ближайшем будущем произойти самая шикарная в мире война, где можно будет посмотреть в реальности всю красоту, на которую так щедра современная кинематография, чтобы только модные самолеты утюжили похожий на марсианский ландшафт, чтобы только стильные ракеты, шипя и взрываясь, как праздничный фейерверк, уходили к неведомым целям, чтобы только закованные в новенькие киберкостюмы спецназовцы выталкивали могучим плечом застрявшие в зыбучих песках последние модификации танки. Если вас реально интересует такая картинка, это к Саудовской Аравии. Она сейчас активно продюсирует войну с Ираном. Но поскольку Саудовская Аравия – страна особая, там все дорого, роскошно и по высшему классу, то и война планируется соответствующая статусу. В рамках подготовки к шоу на 14 миллиардов долларов в США уже заказано всякого модного оружия. Ну а чтобы ничего не сорвалось, в ближайшее время Саудовская Аравия пообещала вложить в экономику США 400 миллиардов долларов. Что ожидает Ближний Восток в ближайшее время за такие деньги? Об этом прямо сейчас. Эти кадры были сделаны в середине недели в городке Сан-Бруно в штате Калифорния. На них хорошо видно, как полиция эвакуирует сотрудников из штаб-квартиры компании YouTube после того, как местная девушка ворвалась туда и открыла стрельбу. В результате 4 человека получили ранения. Пока мы стоим у офиса YouTube, у нас возникает множество вопросов. Как она сюда попала? Мы этого не знаем. Мы думаем, что у нее была определенная цель, когда она входила в здание. Но главным вопросом остается мотив. И американские СМИ, и американские полицейские всю неделю просили граждан не беспокоиться. Мол, ничего страшного, обычная сумасшедшая, которая обиделась на видеохостинг за то, что там сменили правила по монетизации, то есть по зарабатыванию денег на роликах. На данный момент следствие считает, что подозреваемая была расстроена правилами и деятельностью YouTube. Похоже, это и есть мотив для этого инцидента. Правда, по соцсетям уже пошел слух, что девушка вообще-то иранского происхождения. А ее поступок связан с тем, что США вместе со своими преданными партнерами-саудитами задумали развязать против Ирана большую войну на Ближнем Востоке. Любопытная вещь. Многолетние войны, которые звездно-полосатые генералы без остановки ведут на Ближнем Востоке, привели к тому, что между американцами и выходцами из арабского мира то и дело вспыхивают стычки и потасовки. Причем для возникновения конфликта, как доказал один из американских блогеров, достаточно лишь надеть восточный костюм и бесцельно постоять в людном месте. «Слышь, парень, ты террорист? Ты чего тут стоишь?» «Я ничего не делаю, просто стою». «А зачем ты тут стоишь и ничего не делаешь? Почему на вопросы не отвечаешь? Ты по-английски вообще говоришь?» А вот этот эксперимент показывает, кому рядовой американец доверится больше – незнакомой блондинке в топике или брюнетке, одетой в паранджу или хиджаб. Ребят, у меня сумка тяжелая. Вы можете ее подержать и посмотреть за ней? Спасибо, я скоро вернусь. Вот так реагируют американцы на восточную незнакомку. Мне нужно отойти в туалет. Можно у вас оставить сумку на пару секунд? Нет, извините, я не очень хорошо себя чувствую и не знаю, сколько тут пробуду. Такую реакцию можно понять, ведь согласно недавним опросам, многие выходцы из арабского мира предпочли бы жить по законам шариата, а не по американским законам. По словам экспертов, конфликты между выходцами из Ближнего Востока и американцами в ближайшие годы станут только сильнее. Ведь США за последние годы разворошили весь арабский мир, и этот мир будет мстить Америке и ее союзникам до последнего.
Обстановка действительно очень напряженная. Причем это напряжение копится давно, еще с 2003 года. Когда американцы вторглись в Ирак, они очень серьезно изменили региональный баланс. Баланс именно в регионе Персидского залива. Посмотрите, перед вами кадры недавней атаки на Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Сейчас вы видите, как знаменитый американский комплекс противоракетной обороны «Патриот», который стоит на вооружении саудовской армии, пытается перехватить чуть ли не самодельную баллистическую ракету «Буркан-2». Ее в сторону саудитов запустили йеменские повстанцы. Обратите внимание, ракета-перехватчик, не долетев до цели, почему-то неожиданно разворачивается на 180 градусов, летит в город, который должна была защищать, а затем неожиданно падает. На этом обстрел столицы Саудовской Аравии не закончился. Йеменские повстанцы выпустили по ней еще пару ракет. Но хваленые американские «Патриоты» снова пропустили все цели. Только вдумайтесь в это, ни одна из выпущенных по Эр-Рияду ракет не была уничтожена. Хваленые американские «Патриоты» не сработали. В результате одна из ракет, выпущенных йеменскими повстанцами, упала возле международного аэропорта имени короля Халида, а вторая чуть было не стерла с лица земли автосалон. «Патриот» — это оружие прошлого века. Оно сегодня не может претендовать на то, что качественно обеспечит противовоздушную оборону и защитит страны, которые приобретают. Но, тем не менее, «Патриот» продается. Почему? Потому что рынок сбыта оружия в значительной степени контролируют американцы. Каким образом? Через НАТО. Попробуйте купить что-то другое. Саудовский принц весь прошлый месяц колесил по планете и давал интервью западным журналистам. Грозился уничтожить Иран, начать тесную дружбу с Израилем и, если понадобится, даже прогнуть несговорчивую Россию. Правда, все это дешевая бравада, говорят эксперты. Мало того, что Саудовскую Аравию, как оказалось, не защищает разрекламированное американское оружие, так еще и собственная армия то и дело подводит. Посмотрите, это очередной видеоотчет о боевых действиях в Йемене, который повстанцы опубликовали в начале этого месяца. Вот так, несколько дней назад, они подрывали бронетехнику саудитов прямо на границе Саудовской Аравии, в йеменском городе Миди. А вот еще одна запись, сделанная уже в конце марта. Посмотрите, на ней видно, как повстанцы сбивают над йеменской провинцией Саада истребитель F-15, принадлежащий королевским ВВС Саудовской Аравии. А эта запись сделана несколько месяцев тому назад. На ней очередная маленькая победа йеменцев над саудитами. Всего один йеменский повстанец с автоматом Калашникова и гранатой в считанные секунды уничтожает палаточный лагерь врага. А потом хвалится перед товарищами трофеями, целым арсеналом автоматического оружия. Армад Америка, армад Израиль, аллахат аль-Яхуд, аль-Насур Ислам. Несмотря на то, что саудовской армии не по зубам даже повстанческие группировки соседнего Йемена, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман недавно замахнулся на целый Иран. Он объявил, что королевство может начать настоящую войну со своим главным соперником на Ближнем Востоке. Сегодня мы сталкиваемся с очень серьезной угрозой в регионе и в мире. Либо когда речь идет о враждебной деятельности иранского режима, поддерживающего экстремистов и террористов в регионе и во всем мире. Либо о вызовах, создаваемых террористическими организациями. Мы в Саудовской Аравии находимся на переднем крае борьбы с этими вызовами. Мало того, саудиты недавно даже выпустили вот такой ролик. В нем показано, как саудовские войска вторгаются в Иран, а
потом приветствуют победоносно вошедшего в иранскую столицу принца Салмана. Мухаммед бен Салман, известный как MBS, ведет свои войска к легкой победе. Любопытно, что в Иране ни мультиков, ни угроз саудитов не испугались. И прямо на своем мидовском сайте недавно обозвали саудовского принца почти идиотом. Смех смехом, а за спиной саудитов стоят американцы, которые готовы и пасть рвать, и моргалы выкалывать, лишь бы подобраться к ресурсам Ирана. Сейчас в США у власти находятся те силы, которые склонны занимать жесткую позицию по отношению к Ирану, но это не значит, что они его ненавидят. США сейчас пытаются тоже Иран додавить, могут попытаться. Пока ядерная сделка держится, но президент Трамп, как показал опыт, человек непредсказуемый, он может в одночасье решить аннулировать ее. И тогда, конечно, ситуация резко обострится. Посмотрите, как американские политики готовят своих сограждан к новой масштабной войне. Не переставая, рассказывают, что чуть ли не все проблемы у них из-за Ирана. Опасность, которую представляет Иран, намного больше, чем его поддержка терроризма, как мы все знаем. Этот режим продолжает разрабатывать современные баллистические ракеты. Президент звездно-полосатых тоже не стесняется в выражениях и недавно обозвал Иран страной-террористом. В ответ иранцы поставили Трампу обидный диагноз. Лидер этой страны, Трамп, нездоровый человек. Только недавно в Америке были разговоры о том, что у него проблемы с головой. Мы хотим дать ему понять, что его угрозы не останутся без ответа. Простые иранцы тоже, мягко говоря, недолюбливают американцев. И с огромным удовольствием жгут американские флаги. Посмотрите, звездно-полосатые полыхают, как спички. Это событие наполнено особым смыслом. Вот еще похожие кадры. С остервенением иранцы жгут и топчут символы ненавистной Америки. А это уже антиамериканская демонстрация. Иранские активисты вышли на улицы с лозунгами «Долой Америку!». Неприязнь к исключительной нации поддерживает и иранское руководство. В Иране хорошо понимают, все наезды из Вашингтона продиктованы желанием за их счет поживиться. Ведь Иран является четвертым в мире экспортером нефти. Это нефтяное месторождение Агаджари, одно из крупнейших в Исламской Республике. В год здесь добывают более 25 миллионов тонн нефти. А это нефтяное месторождение Азадиган. Его геологические запасы оцениваются в 2,5 миллиарда тонн. Всего Иран добывает около 4 миллионов баррелей нефти в день. И большая часть этого объема проходит через нефтеэкспортный терминал на острове Харк в Персидском заливе. Нефть из разных резервуаров поступает в очистители, которые находятся прямо за моей спиной. Именно эта нефть и не дает покоя американцам и их союзникам. Под видом борьбы за демократию и с лозунгами о том, что Иран вот-вот разработает ядерное оружие, они готовят новый блицкриг на Ближний Восток. К войне против Ирана сейчас готовится целая коалиция. К примеру, помимо США и Саудовской Аравии, напасть на Иран, по мнению экспертов, не прочь еще один друг Америки – Израиль. Конечно, Израиль предпочел бы решить проблему Ирана руками либо Соединенных Штатов, либо аравийских монархий. То есть это был бы идеальный вариант. Но, с другой стороны, чувствовалось в выступлениях израильских руководителей, что, конечно, они бы предпочли, чтобы воевал кто-нибудь другой, желательно вот соседи с Ираном. Собственно, соседи-то они тоже надеялись, что вот израильтяне уничтожат иранскую ядерную программу. Опять же, иранцы это все прекрасно понимали, и там с их стороны звучали заявления, что если по нам ударит Израиль, мы ударим по американским военным базам. Американские военные базы находятся на территории аравийских монархий, значит,
В итоге вовлечены в конфликт будут все. Сейчас вы видите совместное военное учение израильских и американских военных под названием «Можжевеловая кобра», которое прошли в марте. Это 17-е по счету учение израильтян и американцев. Но в этом году они стали крупнейшими за всю историю и развернулись на всей территории Израиля. На этих улочках перед вами предстают американский сержант и израильский инструктор. Они учат молодых солдат ориентироваться на местности. И они учат их, как ориентироваться, вне зависимости от того, находятся они в секторе Газа или где-либо еще на поле боя, в Афганистане или Ираке. Только вот, по мнению специалистов, эти учения моделируют боевые действия отнюдь не в Газе, Афганистане или Ираке, а в Иране. О том, что Израиль готовится к войне, косвенно говорит и другой факт. На днях израильское правительство утвердило план перевооружения сухопутных войск, составленный Министерством обороны и Генштабом Цахала. Согласно этому плану, через 2 года у армии Израиля появятся новые самоходные артиллерийские орудия и все старенькие американские бронетранспортеры М-113, которые сейчас стоят на вооружении израильских войск, будут заменены на новые машины проекта «Эйтан». Перед вами ходовые испытания новейшей колесной боевой машины пехоты «Эйтан». Она оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения и новейшим комплексом активной защиты. А это еще одна новинка израильской бронетехники. Самая тяжелая в мире боевая машина пехоты «Намер». По уровню защищенности ее можно сравнить со знаменитым израильским танком «Меркава». Кстати, как раз на основе этого танка и создана новая БМП. Но пока идет перевооружение, Израиль, так же как и США и Саудовская Аравия, своеобразно репетирует войну с Ираном в Сирии. Заинтересованы в том, чтобы эта ситуация развивалась именно по военному пути. А почему они заинтересованы? Потому что они на сегодняшний день утратили определенное свое влияние вот, благодаря нашей поддержке Сирии, Дамаска, благодаря поддержке, использованию наших воздушно-космических сил, они потеряли определенное влияние. По мнению экспертов, помешать планам США и их ближневосточных друзей по уничтожению Ирана способны только совместные усилия России и Турции. Именно для того, чтобы обсудить разрешение кризиса на Ближнем Востоке, на днях в Анкаре встречались президенты Турции, России и Ирана. Остается добавить, что Пентагон получит еще полмиллиарда долларов на вооружение союзников США в Сирии курдских отрядов самообороны. В ближайшее время им позволят создать автономию в богатой нефтью провинции. В результате будет реализован план, о котором говорил еще президент Обама. И еще одно суверенное государство де-факто будет разделено на части. Если вы желаете составить собственное мнение об истории древнего мира, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, и вам не хватает других точек зрения, эта книга специально для вас. «Запретная история древнего мира». В ней мы собрали самые интересные факты, версии и гипотезы, которые не во всем вписываются в классические представления о древнем мире. Подробнее информация об этой книге здесь. Аты-баты шли солдаты. Отчего английских гвардейцев ноги не держат? Как напугать американских морпехов? И почему натовцы испугались патриотичных русских детей? Шах и мат. Как Ким Чен Ын перехитрил заокеанских геостратегов? И почему в Северной Корее сильно скучают по СССР?
Мусоровоз нам в помощь. Что нашли в российских помойках западные журналисты? И чем закончится мусорный бунт в Подмосковье? Все вместе! Мы ждем пения! Ну а теперь поговорим о том, что представляет собой самую большую военную тайну. И одновременно о том, что невозможно засекретить и скрыть, какие бы грифы секретности не применяли. Тот, кто служил в армии, меня поймет, а кто не служил, поверьте на слово, ибо речь сейчас пойдет о святая святых, об армейской казарме. О том, каково это молодому парню вставать, когда не хочется, не есть, когда, наоборот, страшно хочется. А еще бежать, стрелять, копать, одним глазом скашивая в сторону девчонок, которые с той стороны забора страшно деловые. Как живут сегодня солдаты и курсанты 21 века? Чистят ли картошку, как в наше время? Звонят ли из наряда маме по мобильнику? Занимаются ли до седьмого пота? Чем развлекаются? И по-прежнему ли актуальна в армии знаменитая на несколько поколений строевая подготовка? Короче, идет солдат по городу. Смотрим. На этой неделе наши мальчишки и девчонки навели настоящего шороху на западном телевидении. Увидев архангельский слет военно-патриотического движения «Юнармия», западные журналисты не на шутку перепугались. Еще бы, глядя на такое, воевать с Россией становится страшно. Россия, похоже, самая милитаризованная страна. В то время как в других странах дети на лето уезжают в летние лагеря, в России некоторых детей отправляют в военные лагеря. Будете смеяться, но на Западе наших юнармейцев сравнивают чуть ли не с немецким Гитлерюгендом. Мол, Россия даже детей готовит к войне. Юнармия – это, похоже, последняя отчаянная попытка Москвы заручиться поддержкой подрастающего поколения. Страх и негодование западных журналистов можно понять. Впервые за долгие годы в России не на словах, а на деле началось патриотическое воспитание молодежи. И теперь вместо компьютерных игр и планшетов многие дети записываются в юнармию. Что это? Это такая детская общественная организация при ДСААФах. Помните такие? Именно на их базе, через игры и тренировки, малышам теперь рассказывают об истории и географии страны. Говорят о прошлых и современных героях и победах России. А еще учат быть ловкими и выносливыми. А на этих кадрах видно, как юнармейцы прыгают с парашютом. А вот как наши юнармейцы могут красиво и дружно шагать в ногу. Совсем как настоящие офицеры. Глядя на стройные ряды этих юных россиян, кажется, что рядом с ними латвийские или литовские вояки точно окажутся в проигрыше. Да что там Прибалтика? Многие серьезные натовские армии, как оказалось, боятся малейшего шороха. Посмотрите на эти кадры. Они были сделаны на американской военной базе Fort Sill в штате Оклахома. На прошлой неделе они стали настоящим хитом интернета. На них хорошо видно, как обыкновенный гусь разогнал целый взвод хваленых американских морпехов. Полюбуйтесь, а это база НАТО противоракетной обороны в Девеселу на юге Румынии. Один из важнейших военных стратегических объектов США пару месяцев назад захватило, только не смейтесь, стадо овец. Они проникли из соседнего городка на строго охраняемую территорию, где стали пастись, справлять естественные надобности и поломали датчики безопасности. Они приводят в действие систему сигнализации. Овцы — это не люди. Они не соблюдают правила. Для них нет ограничений. Они перемещаются по территории, где есть сенсоры, и срабатывают системы предупреждения.
А вот эти бравые мужички в трусах испугались паука и скачут по казарме, как угорелые. Куда он пропал? А он уполз под кровать. Нет, да. Он только что прополз под кровать вон туда. Ты хотел его раздавить, но он сбежал под кровать. Вот дерьмо. Пугаются западные военные не только представителей фауны, но и неодушевленных предметов. Посмотрите, как они обращаются с оружием. Вот такая показуха с перекидыванием друг другу карабинов у американских военных очень популярна. Но в этот раз все пошло не так. Мало того, что винтовку уронили, так еще и сломали приклад. А это уже учение по борьбе с терроризмом. Правда, такими темпами боевиков точно не одолеть. Не все в порядке у солдат натовских армий и со строевой подготовкой. Посмотрите, в какой разнобой, например, маршируют американские вояки. Ситуация не меняется и во время торжественного военного парада. Посмотрите, это праздник День ветеранов. Он традиционно проходит 11 ноября в Нью-Йорке. Многие сравнивают его с нашим 9 мая. Но даже здесь, после тренировок и репетиций, на строевую американских солдат без слез не взглянешь. Причем попадают сюда лучшие из лучших. Почему в армии исключительных американцев так плохо со строевым шагом? Дело в том, что в армии США вообще не особо заморачиваются на умении безупречно ходить в ногу. Строевая подготовка у них называется тренировкой флаговых церемоний. Ну, я не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Это просто связано с определенными традициями, с определенным, может быть, климатом, если южный климат. Вот. Ну, я хочу сказать, кто как ходит, так и воюет. В Англии строевая подготовка почти не отличается от американской. Новобранцы, попадая в учебные центры, проходят физическую, огневую, строевую, тактическую и общеобразовательную подготовку. На все про все отводится всего 6 недель. Так что британским курсантам не удается ни как следует намаршироваться, ни пороху понюхать. И во время торжественных построений это сильно заметно. Посмотрите, шаг солдат Ее Величества скорее напоминает прогулочный и семенящий. А это уже маршируют шотландцы. Идеальным этот строевой шаг тоже не назовешь. Оно и понятно, ноги высоко в юбке особо не задерешь. Зато выглядит очень колоритно и празднично. Глядя на такие парады, наши генералы только смеются. Ведь в российской армии строевой подготовке уделяется много времени. Посмотрите, как на прошлой неделе проходили выпускные в военных училищах по всей стране. Вот такой флешмоб на плацу устроили вчерашние студенты Сызранского филиала Военно-воздушной академии. Вот так на Красной площади демонстрировали свою выправку знаменитые кремлевские курсанты. А вот так на этой неделе выпускники Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе отмечали день рождения своей «Альма-Матер». Когда я был еще маленький, дедушка мне всегда говорил, что я буду будущим генералом. Я думал, поступать, не поступать. Были возможности поступить и в другие, как бы, в гражданские училища, но так как уже появился такой шанс, я уже сам захотел. Ну, надо же генералом становиться в будущем. Посмотрите, вот так в эти дни проходит подготовка к параду Победы на Красной площади. Тысячи солдат репетируют свой строевой шаг. Ведь 9 мая к ним будет приковано внимание всего мира. Солнце!
Кстати, наши солдаты давно смекнули, что строевой может быть любая песня, не только «Не плачь, девчонка». Чтобы держать шаг, подойдет и смешная песня из мультфильма про губку Боба. Кто проживает на дне океана? Спанч-боб, Спанч-боб! Холодная губка, малыш без океана! Спанч-боб, Спанч-боб! Кто побежает всегда и везде? Спанч-боб, Спанч-боб! Кто так же ловко, как рыба в воде? Спанч-боб, Спанч-боб! Во время тренировок наши бойцы креативят как могут. Как вам, например, такой репертуар? Хит про куклу Барби. А можно вот и что-нибудь из отечественного репертуара. Не позвонила, не открыла и не звала. Почти зажила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Нашим бойцам никакая песня не помешает четко чеканить шаг. Ничто не собьет их с ритма. Еду за соляры и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Глядя на наших бойцов на марше, западные генералы молча завидуют, а иностранные журналисты не могут скрыть восторга. Посмотрите, вот, например, фрагмент репортажа корреспондента BBC. Вот каково это — быть на параде на Красной площади. Как вы видите, тут очень красочно и шумно. И не только из-за оркестра, но и потому, что здесь 10 тысяч солдат идут маршем. Они практиковали это более 2 месяцев. На Западе про нашу строевую подготовку принято говорить, что русские солдаты ходят прусским шагом. Передвижение нынешних российских парадных коробок действительно имеет немецкие корни, относящиеся ко временам короля Пруссии Фридриха II Великого. Законодательный мод в этом плане была Пруссия. Это одна из государств Германии раздробленной, наиболее воинственные и знаменитая своей, в общем-то, подготовленной вымуштрованной армии, которая вот была привержена сомнению тактики. И прусский шаг действительно в русском плане был модернизирован. Причем скорость движения составляет 110-120 шагов в минуту с высоким выносом ноги и постановкой ее на всю подошву. Эксперты шутят, что натовские вояки, в отличие от наших, не то что маршировать, они даже стоять в карауле нормально не могут. Посмотрите, так во время прошлогоднего военного парада в честь дня рождения английской королевы гвардейцы падали как подкошенные. В тот день не справились с волнением и духотой и оказались на земле без сознания 5 королевских гвардейцев. Этого бойца, например, удар хватил на посту у дороги. А этот бедолага завалился на плацу у Букингемского дворца годом раньше, во время конного парада, когда Елизавета II с помпой праздновала свое 90-летие. Даже смена караула в Британии не обходится без казусов. Кстати, даже такие промахи могут оказаться для кого-то примером. Эксперты шутят, что Украина так стремится стать европейской державой, что готова копировать любые западные веяния, даже самые нелепые. Вот так на прошлой неделе, прямо во время выступления гаранта украинской конституции по случаю 4-й годовщины создания Нацгвардии, солдат упал в обморок прямо вместе с президентским штандартом. Знатоки поговаривают, плохая примета. А это уже прошлогодние съемки. Порошенко приехал к мемориалу жертвам Голодомора. Видимо, от переизбытка чувств
у одного из караульных тоже подкосились ноги, и его увезла скорая. Специалисты шутят, что перед президентом Украины просто невозможно устоять. Такое сильное впечатление он производит то ли своей харизмой, то ли своим перегаром. Любопытно, что падать на повал украинские солдатики начали еще во время его инаугурации. Некоторые эксперты шутят, что скоро западные военные парады вообще могут преобразиться до неузнаваемости, а классической строевой вояки вообще забудут. Ведь все чаще натовские солдаты отрабатывают шаг не на плацу, а на маршах сексуальных меньшинств. Ведь все больше мужчин и женщин в погонах с удовольствием принимают участие в радужных шествиях. Вот, например, американские военные на мероприятии в Сан-Диего. А это уже морпехи США. О какой строевой подготовке можно говорить, когда все мысли заняты только примеркой кружевных стрингов? А теперь информация для моих постоянных зрителей в городе Краснодар. Дорогие друзья, 28 апреля в 19 часов в Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Отвечу на все ваши вопросы. Билеты на сайте kassir.ru и в кассах филармонии. Итак, 28 апреля в 19 часов встречаемся в Краснодарской филармонии имени Пономаренко. На этот вечер не планируйте ничего важного. Шах и мат. Как Ким Чен Ын перехитрил заокеанских геостратегов? И почему в Северной Корее сильно скучают по СССР? Мусоровоз нам в помощь. Что нашли в российских помойках западные журналисты? И чем закончится мусорный бунт в Подмосковье? Все вместе! Мы ждем пение! Войска на автопилоте. Почему воздушные дроны становятся новым оружием возмездия? И для чего Пентагон создает армаду морских беспилотников? Это принципиально новый подход к тому, как в будущем будут использоваться беспилотные подводные транспортные средства. Северная Корея. Страна с самым экзотическим политическим строем, самой засекреченной национальной элитой и самыми невероятными достижениями в области коллективного сознательного, а также бессознательного. Страна, которая в условиях жесточайшей международной блокады сумела создать ядерное оружие. Более того, имеет смелость или наглость лаять на слона, угрожать самим Соединенным Штатам. Более того, все это Северная Корея удивительным образом сходит с рук, при том, что многие, посмевшие перечить гегемону равных возможностей, уже давно стерты с лица земли, куда за меньшие дерзости. Что происходит сегодня вокруг этой маленькой, но гордой страны победившего коммунизма? И как это может отразиться на нас с вами? Смотрим. Посмотрите, вот так на этой неделе проходили совместные учения Южной Кореи и США под красивым названием «Молодой орел». В них приняло участие только, представьте себе это количество, почти 300 тысяч бойцов. Примерно столько проживает в таких российских городах, как Тамбов или Орел. Продолжение следует...
Ради таких масштабных учений звездно-полосатые генералы пригнали в Желтое море вот этот десантный корабль «Осп» и 23 тысячи американских солдат. Причем впервые на учениях в Южной Корее будут задействованы и вот эти истребители F-35. Совместные учения с Южной Кореей получились очень масштабными и красочными. Американские телеканалы всю неделю транслировали кадры с этих маневров, каждый раз напоминая, какая у Соединенных Штатов мощная армия, и в случае чего она может уничтожить любого врага. Совместные учения с Южной Кореей начинаются сегодня. Что мы только что наблюдали? Мы только что увидели испытание нашей оружейной системы, которая делает 6 непрерывных залпов. А это уже репортаж другого американского телеканала. Несмотря на огромное количество солдат, участвующих в учениях, их план был пересмотрен в этом году. Но используется тяжелая техника, включая военные корабли США с истребителями F-35 на борту. Почему американцы так громко трубят об этих учениях? Ведь смотры, эти традиционные, плановые, они были запланированы больше года назад. Все просто, говорят эксперты. Это военное представление, жалкая попытка доказать всему миру, что стабильность в этом регионе зависит именно от США. А ведь это не так. Недавно выяснилось, что северные и южные корейцы могут справиться и без советов из-за океана. Мало того, в качестве главного переговорщика теперь выступает Китай, а не Америка. Что получит от этой встречи Китай? Что ж, Китай получает место за главным столом переговоров. Пекин получит влияние в грядущих обсуждениях. Китай всегда ясно заявлял, что хочет ядерного разоружения Корейского полуострова, но при этом также хочет принимать участие в обсуждении будущего этого региона. А до этого Поднебесную посетил сам глава Северной Кореи. Посмотрите, эти кадры облетели все телеканалы мира. Это знаменитый бронированный поезд лидера КНДР. Именно на нем Ким Чен Ын на прошлой неделе приехал в Китай. Это первая его зарубежная поездка в статусе первого лица своей страны. Северокорейский лидер был так рад приезду в Китай, что даже пустил журналистов в святая святых этого легендарного поезда, на котором путешествовал еще его отец. Помимо восторженных комментариев, был еще и сам поезд с чопорными чиновниками, восседающими на розовых диванчиках, которые выглядели так, будто были куплены в 70-е годы. Посмотрите, как тепло встретили лидера Северной Кореи в Китае. Причем подошли к организации данного визита со всей серьезностью. Так в соцсетях Поднебесной запретили называть Ким Чен Ына толстым и свиньей. Цензура быстро блокировала подобные сообщения, а местные СМИ расхвалили элегантный стиль первой леди КНДР. Она выглядела юной и производила приятное впечатление. Ее воротничок был немного старомоден. Однако мне нравится, что она выбрала костюм телесного цвета. Учитывая то, что в Северной Корее намного более консервативный стиль, я думаю, что в целом ее наряд смотрелся довольно уместно. Эксперты шутят. Создается ощущение, что у США ситуация в данном регионе просто выходит из-под контроля. Даже карманный союзник Южной Кореи тоже решила, что пора избавиться от заокеанского папочки и повзрослеть. Сеул пытается самостоятельно помириться и даже объединиться с Северной Кореей. И это для американцев, которые живут по принципу «разделяй и властвуй» смерти подобно. Именно поэтому от предстоящего саммита двух Корей, который должен пройти 27 апреля, у чиновников Белого дома началась настоящая истерика. Конечно, они постараются вот такого своего, скажем, союзника, или как вассала, как Южная Корея, со всеми возможностями, с его рынком в том числе, не упустить. Оказать давление, какое могут оказать, это вот у них очень много для этого возможностей. Вот. Или, по крайней мере, возглавить этот процесс, чтобы все воссоединение, если произойдет, пошло под флагом Южной Кореи, но никак не с той стороны. Кажется, что лед действительно тронется.
Посмотрите, это выступление поп-группы из Южной Кореи в Пхеньяне. Такого здесь не было уже больше 13 лет. И главным зрителем на этом концерте, конечно же, был Ким Чен Ын. Причем не пропустило шоу и все высшее партруководство страны. А это показательное выступление южнокорейских спортсменов сборной по тхэквондо. Подобная делегация южных соседей в Пхеньян приезжала только 16 лет назад. Эксперты говорят, Ким Чен Ын – умелый и дальновидный политик, а не сумасшедший, который в любой момент готов начать ядерную войну. Но американцам такой имидж лидера КНДР совсем не выгоден. Ведь тогда они не смогут держать под контролем весь дальневосточный регион. Именно поэтому США не стесняются включать свою пропаганду на полную мощность, доказывая, что Ким Чен Ын – опасный психопат. Наслушавшись такого, обычно американские блогеры уверяют подписчиков, что все беды Америки из-за далекой Северной Кореи. Послушайте. Всем привет. Я хочу поговорить об этом дерьме, о Северной Корее. Пусть идут они к черту. Они уже 50 лет бесят нас. Сначала его отец, теперь он. У этого лидера идиотская прическа. Да пошел он к черту. А вот еще один блогер. Он рассуждает о Северной Корее, явно основываясь на кухонных сплетнях. Правда, рассказывает так, что становится действительно страшно. Однажды какой-то американский студент украл плакат в Северной Корее. Да, плакат. И тогда все гуглили, что происходит в тюрьмах Северной Кореи. Ходили слухи, что там кормят двумя зернышками кукурузы в день. А затем они просто мучают тебя до смерти. Конечно, КНДР нельзя назвать самой миролюбивой страной в мире. Ким Чен Ын неоднократно угрожал своими ядерными ракетами и США, и Японии. Но, по мнению экспертов, такие резкие выпады – это лишь попытка защититься от американской агрессии. С начала года Штаты перебросили на базу острова Гуам у Корейского полуострова 6 бомбардировщиков Б-52 и около 300 членов летного экипажа. Горячая точка, северокорейский конфликт на полуострове, выгоден США, потому что позволяет держать в регионе достаточно мощные военные силы, выстраивать в соседних странах Японии, Северной Кореи свою военную инфраструктуру и налаживать постепенно жесткий военный контроль в Тихоокеанском регионе. Посмотрите, какие сегодня в Америке шлепают пародии на северокорейских политиков. Ким Чен Ын, уже поздно. Может, хотите блинчиков? Ким Чен Ын, мой сын. Ким Чен Ир. Это правда. Я был мертв. Но роботы возродили меня. Я твой отец. Но мы не можем слишком проявлять эмоции. Ха! Покажи мне теперь мое королевство. Все хуже, чем я ожидал. Ты не воплотил никаких моих планов. США и фальшивая Корея до сих пор не завоеваны. Вот еще одна пародия. Здесь Ким Чен Ын и вовсе показан настоящим уродливым безумцем. У меня есть ракета, я вас взорву. Взорву, взорву. У меня есть ракета, я вас взорву. А над прической северокорейского лидера в Америке не смеялся только ленивый. Вот посмотрите, как прическа Ким Чен Ына смотрится на Ким Кардашьян. А вот на Джастине Бибере.
И, конечно же, баскетболист Деннис Родман. Вы удивитесь, но Ким Чен Ын неоднократно пытался помириться с Америкой. Правда, все эти попытки оказывались безуспешными. Так, год назад, например, Госдепартамент без объяснений причин отозвал визу высокопоставленного северокорейского дипломата Цой Сон Хви. Он должен был посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Эта поездка планировалась давно и должна была стать первым официальным контактом администрации Трампа с руководством Северной Кореи. Такой фокус с северокорейцами проделывали и предыдущие американские администрации – Барака Обамы и Джорджа Буша. Зачем? Все очень просто. Северная Корея нужна американцам как пугало. Под предлогом защиты от северокорейских ракет американцы окружают Китай военными базами. Переговоры – это хорошо, но переговоры использовались Северной Кореей, чтобы замедлить процесс и получить привилегии. Что значат эти переговоры, которые повлияют и на Олимпийские игры? Пит, это игра, которую продолжает Северная Корея. Они ждут, пока напряжение будет уже невыносимым. Они продолжают свою ядерную программу, а потом, когда на них уже чересчур начинают давить, они говорят: «Да, хорошо, мы открыты, мы готовы к переговорам». Таким образом, они лишь выигрывают себе время. Мы уже это видели несколько раз. Кстати, конфликт на Корейском полуострове помогает США грозить кулаком и нашей России. Посмотрите, это база противоракетной обороны с ударным комплексом наземного базирования ТЭТ на Аляске. Вашингтон заявляет, что она в первую очередь должна отражать удары из КНДР. Но если учесть, что от Аляски до Корейского полуострова больше 5000 километров, а до России отсюда всего 4 километра, все эти заклинания кажутся липовыми. Для американцев северокорейская проблема, она жизненно важна, так как она позволяет маскировать свои реальные цели, маскировать свое военное присутствие при необходимости как бы защищать своих союзников и партнеров. Ну, это в первую очередь Южную Корею, Японию. И, конечно, безусловно, вот эскалация напряженности позволяет также продавать вот эти сверхдорогие системы ПРОТХАТ своим японским партнерам, Южной Корее. В нашей стране об этом мало кто знает. А между прочим, северокорейцы нас помнят и любят еще с советских времен. Мало того, с этой далекой и загадочной страной Россия и сегодня активно сотрудничает. Посмотрите, вот так несколько лет назад открывалась железнодорожная ветка, соединившая наше Приморье с северокорейской провинцией Наджин-Санбон. Эту дорогу построили российские специалисты. Здесь же они возвели современный морской порт и угольный терминал. Во-первых, специфика другая была уже работы. В основном по железке работали. А здесь нужно было заливать все. В основном вылезти из глины. Тут же был такой ужасный проект такой. Было вообще... Мы приехали, здесь даже не мог трактор проехать. Вот это вот все сейчас построено. Да, это было. Любовь ко всему русскому в КНДР зародилась еще в советские времена. Именно наши инженеры помогали отстраивать Северную Корею в 50-е годы после войны с США. Посмотрите, вот кадры из фильма «Братья» 1957 года по сюжету группа специалистов-водолазов из СССР направляется в соседнюю азиатскую страну делиться опытом. Есть у нас водолазы в порядке, погружаясь в глубину. Просигнали друзьям, все в порядке, да все в порядке, иду ко дну. Просигнали друзьям, все в порядке, да все в порядке, иду ко дну. Посмотрите, крупнейший в КНДР автомобильный завод «Цинни». Его помогли построить советские специалисты. Вначале с его конвейеров выезжали копии советских машин марки «ГАЗ». Теперь здесь собирают современные легковушки и грузовики. А это местные троллейбусы. В 50-е завод по их производству тоже возводили наши инженеры. А вот так выглядит северокорейское метро. Ничего не напоминает? Дело в том, что при оформлении этих станций проектировщики КНДР вдохновлялись роскошными интерьерами московской и ленинградской подземки. Кстати, станции здесь в основном глубокие, как и в СССР. Они выполняют функцию еще и бомбоубежища.
Ну, безусловно, СССР не то, что он даже помогал Северной Корее, это был союзник. И, конечно, многие даже и типы вооружений, которые имеет Северная Корея, это тоже как бы советского производства. И многое то, что сейчас производит Корея, тоже это основано на советском наследии. Отношение к россиянам в Северной Корее особенное. К примеру, наших соотечественников всегда с симпатией изображают в кино и литературе. Для них русские – это настоящие герои. Посмотрите, это фильм «Утомленное солнце» о подвиге медсестры Марии Цукановой, которая погибла от рук японцев, защищая корейский Чхонджин в 1945 году. А эта картина «Секунда на подвиг». В ней рассказывается о советском лейтенанте Якове Новиченко, который спас Ким Ир Сена от гранаты террориста. Здесь опасно оставаться. Надо уйти. В Северной Корее любят русское кино, кухню и такой сложный для многих русский язык. Во многих местных школах великие и могучие преподают как иностранные. Вот, например, урок в лицее города Раджин. Ежегодно в стране проходят олимпиады по русскому, и победители в качестве подарка получают возможность приехать в Россию. Вот нашим приморским коллегам удалось пообщаться с 15-летней Пэ Суджин. Когда я ходила в начальной школе, вот показывали по телевизору визит великого руководителя товарища Ким Чен Ира, ну, в Россию. Он там был и во Владивостоке, ну, и в разных, ну, местах. Я тогда сказала папе, что буду изучать русский язык и внести хотя бы маленький вклад в дело дружбы. Помогают выучить великие, могучие и песни. Композиции на русском в Северной Корее можно услышать и в такси, и в кафе, и во время праздников. Вот, например, девушка исполняет романс. Да! А это уже репертуар из советской классики. Эксперты говорят, нет ничего удивительного, что в Северной Корее так популярны советские песни. Ведь многие наши соотечественники, которые там побывали, как один говорят, что КНДР – это сохранившийся островок Советского Союза. Посмотрите, вот так, с размахом, здесь отмечают 1 мая – День солидарности трудящихся. Красные флаги, транспаранты, массовые гуляния на центральных площадях. Также в этот день тысячи людей устраивают пикники в парках. Сегодня 1 мая, большой праздник здесь, в Корее. Тут очень много людей, они празднуют. Тут много студентов, некоторые смотрят, некоторые катаются на аттракционах, типа американских горок. А это заседание членов Компартии, точь-в-точь, как в СССР.
А вот уже местные комсомольцы, парни и девушки из Союза молодежи киммерсинизма. Есть тут и свои пионеры, строгая форма и неотъемлемые красные галстуки. А это уже кадры с государственного концерта. Только посмотрите, и оформление сцены, и репертуар, и наряды артистов. Все в лучших советских традициях. Сегодня Россия и КНДР продолжают тесно сотрудничать. Все больше наших соотечественников едет в Северную Корею за приключениями и ностальгией. А местные жители учат русский, ведь для них это язык настоящего международного общения, который позволяет приоткрывать железный занавес. Ну и, пожалуй, последнее по поводу государства, которое, с одной стороны, имеет роскошь повышать голос даже на самого могущественного повелителя современного мира, а с другой вызывает настороженный и недоброжелательный интерес. Там и с троем ходят, и говорят, что лишние разговоры вести там небезопасно, и есть информация, что не все в порядке с колбасой. И чего греха таить, давно уже висит в воздухе вопрос, доколе мировое сообщество будет все это терпеть. Что хочется сказать по этому поводу? Хочется напомнить слова товарища Конфуция, которые звучат следующим образом. Насильно осчастливить невозможно. Для тех, кто имеет целью изучить подлинную историю Древней Руси, кого интересует, что было на территории нашей страны, когда по официальным данным там ничего не было, мы выпустили новую книгу «Тайны русской цивилизации». В ней мы постарались собрать и систематизировать всю информацию о том, кто населял территорию современной России во времена древних шумеров. Почему русский календарь ведет свое начало от сотворения мира? Какие артефакты доисторического происхождения находятся у нас буквально под носом? И почему до сих пор даже робкая попытка пересмотреть русскую историю сразу объявляется лженаучной? Все, что вы хотели узнать об этой работе, можно найти на сайте интернет-магазина «Лабиринт». Мусоровоз нам в помощь. Что нашли в российских помойках западные журналисты? И чем закончится мусорный бунт в Подмосковье? Все вместе! Мы ждем пение! Войска на автопилоте. Почему воздушные дроны становятся новым оружием возмездия? И для чего Пентагон создает армаду морских беспилотников? Это принципиально новый подход к тому, как в будущем будут использоваться беспилотные подводные транспортные средства. Крепче за баранку держись, шофер. Почему скептики не верят в перспективы отечественного автопрома? Кто и как разваливал наше машиностроение? И как старые советские автомобили становятся все популярнее не только в России, но и на Западе? Смотри сейчас, как он будет от меня уходить, как от стоячего. Скорость. О, пошел. Я его на гелине не могу догнать. Что же у него там под капотом заряжено-то? Общеизвестно, что на нашей планете 6 материков. Однако недавно случилось невероятное. В самом центре Тихого океана неожиданно был обнаружен еще один материк, 7-й.
очень даже не маленький. Его размеры сравнимы с Австралией. Что же получается? Просмотрели новую Землю моряки-первооткрыватели, не заметили высокоточные спутники, пропустили картографы. Но почему? Ответ прост. Новому материку не более 30 лет. Он не старше обычной обезьяны. Но этот новорожденный материк поистине страшен, потому что состоит он не из земных пород, не из песка и камня, а из отходов человеческой цивилизации. Мегатон спрессованного бутылочного пластика, сотен тысяч кубометров пластмассы, стекла, металла, композитных материалов и окаменевших фекалий человеческой цивилизации. Однако нам в России, чтобы оценить масштабы этого экологического бедствия, не надо плыть в Тихий океан. Этот мусор далеко, но есть и рядом. Смотрим. У западных СМИ появился новый повод порассуждать на свою любимую тему – о немытой России. А еще о том, какие мы с вами, извиняемся, свиньи. Вот, полюбуйтесь, на днях немецкие журналисты даже целый документальный фильм состряпали о проблеме мусора и свалок в России. Весь этот мусор был привезен из российской столицы. Отходы многомиллионного города не могут раствориться сами по себе, и поэтому их свозят в маленькие соседние города. Обеспокоен судьбой наших свалок и нашего мусора и французский канал «France 24». Там недавно сделали вот такой спецрепортаж. Это не региональная проблема, а национальная. Российские власти столкнулись с проблемами окружающей среды. Появились проблемы со здоровьем людей. Разрушительные последствия для окружающей среды. Это происходит уже на протяжении десятилетий. На запах российского мусорного скандала слетелись и звездно-полосатые журналисты. Вот, посмотрите, ради такого дела американский корреспондент даже не побрезговал, что называется, ботинки замарать на наших помойках. Это не загородный полигон мусора. Это незаконная свалка недалеко от центра Москвы. Эта гора мусора началась с нескольких частных лиц, которые свозили сюда свои личные отходы. Но теперь свалка только растет и уже простирается на сотни метров вниз к берегу Москвы-реки. Эксперты говорят, пристальное внимание к российскому мусору западные СМИ проявляют совсем не потому, что они очень переживают за нашу экологию и наше здоровье. Просто в наших помойках они нашли свой интерес. Ведь на почве разрастающихся свалок в обществе растет недовольство, народ митингует. А наши западные товарищи спят и видят, как бы все эти мусорные бунты превратить в одну большую оранжевую революцию. Наши враги, они всегда ищут, через что можно расшатать здесь ситуацию и устроить какие-то митинги. Их какие-то потуги, они скорее работают на их внутреннюю аудиторию. Вот посмотрите, как все у России плохо, они в мусоре зарастают. Как ни крути, но проблема мусора в России действительно острая. Вот так люди митингуют в подмосковном Волоколамске, требуя закрыть свалку на полигоне Ядрова, которая на днях стала причиной массового отравления школьников. Дело дошло даже до рукоприкладства. Посмотрите, вот так, скандируя «позор», негодующие горожане забрасывали губернатора Подмосковья снежками. А вот так на днях волоколамцы провели символическую церемонию прощания со своим здоровьем и будущим. Проще говоря, просто похоронили. А эту юную жительницу Волоколамска зовут Таня Лозова. Теперь она местная знаменитость. Все благодаря вот этому угрожающему жесту в сторону подмосковного губернатора. Свалку закроем, все! Не ожидайте договориться! Да вы это он долго будет рассказывать! Местная администрация сигнал школьницы к сведению приняла. Девочка Таня и ее семья получили приглашение посетить мусороперерабатывающие заводы в Голландии. Правда, пользователи соцсетей шутят. Послать в Нидерланды надо не Таню, а некоторых чиновников. Прежде всего, на первый план выходит вопрос качества государственного управления, которое, собственно говоря, его низкое качество, да, и раскачивает лодку.
Потому что, давайте так, мусорная проблема долго не решалась. И даже то, что мы видим сейчас, скорее всего, это больше, знаете, такая работа в информационном поле, чем реально. Мусорная проблема в Волоколамске достигла таких масштабов, что теперь горожане ходят на митинги, как на работу, требуя от властей перемен. Все вместе! Мы ждем перемен! К митингующему Волоколамску недавно присоединились и жители Коломны. Там уже не первый год существует один из самых больших мусорных полигонов в Московской области. Было бы все хорошо, никто бы сюда не пришел. Значит, что-то нехорошо. У нас рак уже как у РВИ стал. Он просто так стал. Активисты из Коломны о проблеме кричат как только могут. Даже при помощи фольклора. Полюбуйтесь, вот так на днях к протестующим горожанам явился дух помойки. А дух помойки у нас. Смотрите, ребят. Дожили. Скоро дух помойки придет в каждый дом. Известный российский актер Александр Феклистов, уроженец Коломны, поддержал жителей малой родины, записал вот такое видеообращение. Мне кажется, нам надо как-то объединиться, я не знаю. Во всяком случае, защищать всех людей, которые живут возле этого страшного полигона Воловича, всех жителей Коломны. Я с вами. Жители подмосковного Долгопрудного тоже недавно заподозрили, что закрытый почти 6 лет назад полигон Левобережный продолжает активно функционировать. Вот закрытая свалка выглядит таким образом. То есть здесь должно уже было все прорасти, это совершенно свежее. Посмотрите, вот где мусор. То есть вы говорите, что не складируется, вот склад. Видите, вот это склад свеженький. Все это только цветочки. Ежегодно российские свалки увеличиваются на территорию, равную площади Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. Сегодня 4 миллиона гектаров земли в России заняты мусором. Эта площадь сравнима с территорией Нидерландов или Швеции. Согласитесь, звучит жутковато. Но и это еще не все. Ежегодно наша страна производит, только вдумайтесь в эти цифры, 5 миллиардов тонн отходов. Из них 70 миллионов тонн – это только бытовой мусор. Эксперты говорят, при таких темпах роста свалки скоро накроют Россию. Даже в нормативно-правовых актах федерального уровня прослеживается лоббизм вот этих полигонщиков. Конечно, это очень простой бизнес. Вы берете, обносите земельный участок забором, а иногда и такое не делается. И каждая въезжающая машина платит вам по 10-15 тысяч рублей. Многие российские города буквально задыхаются от свалок и мусора. Посмотрите, такие несанкционированные помойки можно увидеть то тут, то там. А вот так, как в настоящем детективе, под покровом ночи свозят мусор на такие несанкционированные помойки. Эксперты утверждают, именно руками недобросовестных чиновников и мусорных королей мы волей-неволей помогаем нашим западным партнерам порассуждать о немытой России. Эксперты уверены, время, когда проблеме разрастающихся свалок не придавали особого значения, прошло. Настало время разгребать завалы. Нужно избегать каких-то особых спекуляций на эту тему, когда под значит, сурдиночкой решения там, мусорного коллапса нам кое-кто пытается сюда впихнуть то, что там у них уже устарело. Свалки нужно закрывать, но переходить на многоступенчатую, системную, цивилизованную отрасль по обращению с отходами. И более того, еще самое главное, нужно все-таки задуматься, о чем президент в послании нам сказал, о гармонизации пространственного развития страны. Перенимать передовой опыт в первую очередь предлагается у западных соседей, которые съели собаку в вопросах утилизации мусора. Вот, посмотрите, это Швеция.
Еще 50 лет назад страна утопала в мусоре, а сегодня шведы так наладили сбор и переработку отходов, что даже закупают мусор в соседних странах. Вот так выглядит система сбора мусора в Швеции. Граждане сортируют бытовые отходы у себя дома, а затем вывозят их на специализированные свалки. То есть ты сам приезжаешь своим, кто-то вот хочет выкинуть свой велосипед, кто-то телевизор хочет выкинуть старый. Вот здесь написано, кто что выкидывает. Например, сюда мы выкидываем твердые пластические приборы. Здесь мы выкидываем, например, разные упаковки, как вот молоко, от макарон твердый, где-то кто-то газеты выкидывает. Газеты превращаются в бумажную массу, бутылки используются повторно, еда компостируется, становясь удобрением или биогазом. Один швед выбрасывает около 460 килограммов мусора в год, что значит 4,4 миллиона тонн выброшенного мусора в год по всей стране. 1% отправляется на свалку, остальное, примерно 50 на 50, отправляется на переработку и мусоросжигающие заводы. Можно, конечно, поаплодировать Швеции, Дании или Германии, где наладили систему сбора, сортировки и переработки мусора. Однако ситуация в целом в Европе далеко не так безоблачна. Взять, к примеру, наших бывших братьев по СССР, прибалтов. Посмотрите, этот огромный пожар случился несколько месяцев назад на свалке в Юрмале. 23 тонны пластиковых отходов и прочего мусора вспыхнули, как спичка. Позже выяснилось, свалка была незаконной. Но это мало волновало тех, кто регулярно избавлялся от нелегальных отходов. Я живу в Латвии, в Юрмале. У нас сейчас пожар. Горит свалка в Слоке. Вы увидели, сколько тут дыма. Он черный, он движется в сторону Риги, он дошел до Риги. А это репортаж одного из латвийских каналов и снова про горящую нелегальную свалку. На сей раз в Риге. Горели незаконно хранящиеся покрышки площадью примерно 10 на 15 метров. И это около 200-250 покрышек. Как они там появились, никто не знает. Примечательно, что в Риге количество мусора превышено в 20 раз. А по всей стране количество нелегальных отходов исчисляется тысячами тонн. Вот так порой выглядят уголки цивилизованной Латвии. Издали может показаться, что вокруг зеленеет травка, но если присмотреться, видно, что зелень покрыта настоящим ковром из окурков, фантиков и прочей мелочи. Вот, посмотрим внимательно. А так сегодня выглядят некоторые парки Италии. На газонах валяются окурки от сигарет, мусорки переполнены. Похоже, в Европе не все чисто и гладко, как кажется на первый взгляд. А если заглянуть за угол, то можно увидеть и такое. У меня нет слов. Даже в Великобритании, в этом храме чистоты и порядка, как нам постоянно внушали, все равно найдется место для мусорной кучи. И ничего не происходит. Много писем было отправлено. Но гора мусора продолжает расти и расти. А как вам вот такая обратная сторона Лондона с мусором и крысами? Это уже обычная картина в Париже. Огрызки, окурки, пустые банки и бутылки, горы хлама и старого тряпья. Ступить буквально некуда. Ситуация с мусором во Франции усугубляется еще и тем, что некоторые ушлые соседи приноровились свои отходы из-под тяжка выкидывать на территории Пятой Республики. Вот такой снимок сделали французские таможенники провинции Франш-Конте. Предприимчивые швейцарские обыватели, подъезжая к французской границе, втихаря выкидывают свой мусор соседям-французам. И таких случаев становится все больше и больше. Очевидно, что для швейцарцев это дешевле.
Это такая особенность приграничных городов, государств, когда люди из одной страны ездят и покупают продукты в другой стране, потому что они там дешевле заправляются в другой стране, ну и заодно мусор выкидывают. Поэтому, конечно, вот так швейцарцы, хоть и состоятельная страна, развитая, но вот так хитрят, экономят. Швейцарцы свой мусор оставляют во Франции, а в Латвию со всей Европы свозят отходы все, кому не лень. И какие-то нечестные предприниматели пытаются ввести сюда отходы, получив за это деньги за границей, и затем в лучшем случае попытаться их переработать или где-то их оставить и просто забыть. Вообще многие европейцы не гнушаются тем, что подсовывают свои отходы, если не зазевавшемуся соседу, то и вовсе куда подальше. Взять хотя бы англичан. До недавнего времени страна экспортировала до 500 тысяч тонн отходов в Китай. Правда, с января этого года Поднебесная ввела запрет на ввоз отходов из-за рубежа в рамках программы по модернизации экономики страны. Китай закрыл доступ для этих отходов. И обеспокоенность вызывает то, куда они денутся. Кстати, американцы, братья британцев навек, тоже на днях подняли панику из-за того, что китайцы отказались покупать сортированный мусор «Made in USA». Китай – один из главных в мире импортеров мусора для вторичной переработки. Я думаю, что важно различать мусор для вторичной переработки, например, лом и обычные отходы. Бытовые отходы не имеют никакой ценности. Что же получается? Запад вовсе не решил мусорную проблему, а просто научился грамотно ее маскировать. Мало того, просвещенные страны деликатно умалчивают тот факт, что немалую долю мусора, например, высокотоксичные отходы, просто вывозят в страны третьего мира. Посмотрите, это одна из самых больших мусорных свалок в Африке, расположенная в Гане. Со всей Европы, Америки и отчасти Японии сюда свозится электроника. Агбагблоши поддерживает 40-тысячное население. Многие зарабатывают здесь себе на жизнь, разделяя и перепродавая драгоценные металлы, которые используются для изготовления цифрового оборудования. Самый простой и быстрый способ разделить комплектующие – это просто сжечь их. Экспортеры мусора обходят международный закон. Завозят выработавшие свой ресурс электронные устройства из стран Европы и США под видом гуманитарной помощи для школ, университетов и больниц. После того, как эта, в кавычках, помощь пересекла границу, ее попросту привозят грузовиками и сваливают в одну кучу, которую потом разбирают для своих нужд местные работяги. Здесь же, в непосредственной близости от того места, где происходит утилизация электронных отходов, люди выращивают овощи. Но беда в том, что дым, который распространяется в атмосфере, также оседает на этой капусте, зеленом перце и на всех этих выращенных овощах. Япония тоже не любит захламлять собственную территорию. Поэтому излишки мусора страна восходящего солнца экспортирует своим юго-восточным соседям. Свыше 150 тысяч тонн японских отходов ежегодно оседает на свалках Южной Кореи, Тайваня, Вьетнама и Индонезии. Так как страна на острове расположена, и там крайне мало территории, мы знаем, что они промышленные предприятия уже строят на насыпных насыпных грунтах, на каких-то платформах, они берегут свою землю, которой у них мало. И поэтому договариваются с другими менее развитыми странами захоранивать эти хвосты у них. А те, так как экономическая ситуация не очень хорошая, готовы их принимать. Эксперты говорят, совсем скоро и Украина может превратиться в настоящую свалку, куда западные страны будут вывозить токсичные отходы. Посмотрите, эти кадры были сделаны в Чернобыльской зоне отчуждения. Именно здесь полным ходом идет строительство хранилища для ядерных отходов. Подряд на строительство получила американская компания Holtec International. Правда, мнение самих украинцев о том, что у них под боком будет хранилище опасных отходов, никто не спросил. Ни один ученый, ни один физик, ни один химик не знает, как ядерные отходы ведут себя в будущем, во времени. Это неизвестно никому.
То есть, по сути, мы играемся в игры, итог которых неизвестен. Уже есть масса примеров, когда сховища ядерных отходов взрывались. Судьба украинских обывателей западным партнерам неинтересна. Им главное находить новые территории, куда можно вывозить опасные отходы. Поэтому язвительные замечания западных политиков о том, что Россия не заботится об экологии, и вообще у нас в стране скоро наступит мусорный коллапс, звучат как провокации, на которые поддаваться не стоит. Ведь если мы смогли поднять из руин нашу армию и флот, то с мусором уж как-нибудь справимся. Такова неутешительная реальность нашего времени. Но думается мне, что тот час, когда человечество наконец ужаснется своей смертельной легкомысленности, уже не за горами. И так же, как на заре 20 века вводились запреты на употребление ртути и свинца в качестве лекарства, так совсем скоро человечество, отведав электромагнитной стерилизации, пищевого токсикоза и атмосферного удушья, нарядит своих лучших членов в свинцовые трусы и комфортабельные противогазы, да и отправит подальше от греха куда-нибудь в Гималайи или Арктику заново создавать генофонд человечества. Войска на автопилоте. Почему воздушные дроны становятся новым оружием возмездия? И для чего Пентагон создает армаду морских беспилотников? Это принципиально новый подход к тому, как в будущем будут использоваться беспилотные подводные транспортные средства. Крепче за баранку держись, шофер. Почему скептики не верят в перспективы отечественного автопрома? Кто и как разваливал наше машиностроение? И как старые советские автомобили становятся все популярнее не только в России, но и на Западе? Смотри сейчас, как он будет от меня уходить, как от стоячего. Скорость. О, пошел. Я его на Келине не могу догнать. Что же у него там под капотом заряжено-то? Осторожно, химическая атака! Зачем натовцы начали переоснащать химические войска? Зачем современному десантнику противогаз? И для чего американских морпехов учат выживать при ядерном апокалипсисе? Неожиданно оказалось, что Россия обладает высокоэффективным флотом боевых дронов, информация о которых теперь не сходит со страниц западной прессы. Что собой представляют наши боевые беспилотники? И как теперь генералам НАТО жить с осознанием того, что уже в обозримом будущем сотни русских необитаемых аппаратов с обычной начинкой и ядерной заполнят морские глубины и воздушное пространство? Да так густо, что на эту кузькину мать можно будет наткнуться где угодно. Смотрим. Взгляните на эти кадры. На них российские моряки рыболовецкого судна «Норд», которых в конце марта взяли в плен украинские пограничники. Большую землю экипаж корабля видит теперь только через окно капитанской рубки. Вид сверху, обзор. Вон как раз виден город Бердянск. Наши моряки, говорят эксперты, словно попали в плохой боевик про шпионов или пиратов. Ведь экипаж судна, которое принадлежит одному из крымских совхозов, арестовали, только вдумайтесь, за то, что у моряков были российские паспорта. Во время задержания украинские пограничники, как попугаи, твердили: «Крым не часть России, а значит, документы у моряков не настоящие». Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Такой неприкрытой подставы, говорят эксперты, в России не ожидали даже от наших не очень адекватных соседей из Незалежной. Но если принять во внимание, что звуки дудки, под которую пляшут украинские пограничники, доносятся от наших, в кавычках, западных друзей, становится ясно. Цель у этой операции одна – унизить Россию. Конечно, теперь надо решать вопрос так. В этой зоне должны действовать боевые корабли Черноморского флота, охранять наших рыбаков.
Все для этого есть. Там есть такие корабли в Новороссийской военно-морской базе. Вполне достаточно нормальных вооруженных катеров, все, чтобы в случае покушения применять самые жесткие меры и все делать. По-другому вот с этими парнями разговаривать нельзя. Там, за бугром, говорят эксперты, наши корабли вызывают настоящий шок и трепет. Посмотрите на эти кадры. Это российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения «Северодвинск». Уникальное судно-многостаночник, как шутя называют его сами подводники. Ведь оно может вести борьбу не только с кораблями противника, но и осуществлять стратегическое неядерное сдерживание. На днях у западных генералов добавилось поводов для волнения. Ведь стало известно, что радиоэлектронное оборудование корабля было полностью модернизировано, а значит, «Северодвинск» практически неуловим для военных радаров противника. А на этих кадрах новейший российский патрульный корабль модульного типа проекта 22160 «Василий Быков». Удивительно, но американские СМИ на этой неделе назвали дизайн данного судна гениальным. Эксперты смеются. Это, наверное, потому, что наши конструкторы сумели совместить то, что западным так и не удалось. Большие размеры корабля и колоссальную боевую мощь. Судите сами. Здесь помимо артиллерийской установки пулеметов и гранатометной системы установлены два ракетных комплекса «Калибр». А уж как могут пальнуть и наши ракеты, в Америке знают и не понаслышке. На этой неделе, как серпом по всему американскому военно-морскому флоту, прошлось и наше Министерство обороны, заявив, что к середине текущего года российский флот получит 3 новых и 2 отремонтированных корабля. Послушайте, что на это заявил верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Кёртис Скапоротти. Мы наблюдаем активность со стороны российского флота, особенно подводных сил, какой не было с 80-х годов. Уровень активности снова на высоте. А вот посмотрите, чем собираются удивлять американские ВМС. Перед вами гордость американского флота. Боевой корабль прибрежной зоны «Форт Уэрт» — самое быстроходное судно военно-морских сил США. Его скорость может достигать 50 узлов или 92 км в час. Для сравнения, самое быстрое надводное судно российского флота — сторожевой корабль «Сметливый» — развивает скорость всего в 63 км в час. Посмотрите, как американец рассекает волны, словно парит. Но скорость «Форта Уэрта» не самое главное для звездно-полосатых вояк. На прошлой неделе стало известно, что этот корабль, введенный в строй в 2012 году, прошел модернизацию и превратился в центр управления воздушными и подводными беспилотниками. Такими, как, к примеру, этот. Взгляните. Перед вами легкий перспективный беспилотный летательный аппарат, который стартует из-под воды, прямо с борта подводной лодки и начинает сбор информации в воздухе. А это морской охотник. Беспилотный военный катер, который вот уже второй месяц несет службу в ВМС США. С виду эта штуковина размером в 40 метров как будто ничем особо не впечатляет. Но на самом деле она способна на многое. По словам разработчиков, морской охотник, который может развивать скорость до 27 узлов, станет настоящим кошмаром для субмарин. Сегодня мы можем отпраздновать новый этап все вместе. Сегодня момент, когда мы можем сказать, что готовы начать исследования совместно с флотом. Это становится возможным, когда есть подобный беспилотный корабль. А вот еще одна новинка американского военпрома — «Эко-Вояджер». В отличие от ночного охотника, этот беспилотник — подводный. Масса в 50 тонн не мешает ему легко, а главное, почти бесшумно маневрировать в воде. Пока это лишь опытный прототип, а не серийная модель. Но очевидно, что разработчикам есть чем гордиться. Стоят автономные субмарины в разы меньше, чем традиционные подлодки с экипажем на борту. А вот по скрытности заметно их превосходят. А что будет, когда американские конструкторы научат эти подводные дроны обращаться с летальным оружием?
Например, добавит им пару отсеков с ракетами или торпедами. Тогда, говорят эксперты, эти дроны станут самыми опасными убийцами кораблей и подлодок. Эко-Вояджер можно описать одним словом – устрашающий. Это принципиально новый, меняющий правила игры подход к тому, как в будущем будут использоваться беспилотные подводные транспортные средства. Сегодня на просторах Мирового океана могут соперничать лишь два флота – наш и американский. Чтобы вырваться вперед и одним махом избавиться от российских кораблей и подлодок, в Пентагоне полным ходом разрабатывают сразу несколько видов морских беспилотников. Эксперты говорят, когда таких беспилотников наберется на маленькую флотилию, американцы начнут показывать зубы и чаще обычного будут бороздить моря и океаны у российских границ. Кстати, американские моряки этого особенно и не скрывают. Они так прямо и говорят. Главный враг – это Россия. Что касается Североатлантического союза и вызовов со стороны возрождающейся России, я не соглашусь, что мы совсем не готовы к ним. Особенно, что касается подводных войск на Фарерско-Исландском рубеже. Нас радует наш фактический отрыв в превосходстве там. НАТО также готова к этим вызовам. Я часто общаюсь с генералом Скапороти, Клайвом Джонстоном и нашим командованием. Они готовы действовать совместно против этой угрозы в морской области. Этой информации почти нет ни в российских, ни в западных СМИ. Но Россия тоже делает свои подводные беспилотники. Причем, судя по панике в среде американских военных экспертов, наши разработчики принялись за дело с размахом. Наши будто бы делают подводные дроны сразу с ядерной начинкой. Вот послушайте, что в эфире государственного радио США заявил эксперт влиятельного аналитического центра RAND Corporation Эдвард Гейст. Это трудно представить в нормальных терминах. Фактически радиус тотального или почти тотального уничтожения равен размеру довольно большой городской агломерации. Скорее всего, под русским оружием судного дня американские аналитики подразумевают проект российской многоцелевой океанской системы «Статус-6». Якобы этот подводный аппарат создается конструкторским бюро морской техники «Рубин» и предназначен для поражения важных объектов экономики противника и создания на его территории обширных зон радиоактивного заражения. «Статус-6» все-таки система, которая еще носит определенный закрытый характер. То, что произошла утечка в СМИ по этой системе, может, она и не «Статус-6», может, она и не так работает, может быть, как-то по-другому. Но, тем не менее, будем думать, что на сегодняшний день наша промышленность даст возможность создавать такие системы, как «Статус-6», в том числе и их аналоги на речных направлениях, например, для того, чтобы ни у кого не возникало желания посягнуть на наш территорий. Неудивительно, что американские генералы забили тревогу. В новом докладе Пентагона сообщается, что российский подводный дрон – это уже не проект на бумаге, а реально существующая боевая машина, которая в настоящее время проходит последние испытания. Так, по данным американской разведки, еще в 2016 году ядерный дрон-торпеда «Статус-6» был успешно запущен с подводной лодки «Саров». По словам военных экспертов, скорее всего, подводным беспилотником «Статус-6» найдется место на всех российских субмаринах последнего поколения. Фактически безэкипажные подводные лодки, подводные носители, подводные буксировщики, подводные доставщики способны доставлять к портам, базам как обычное, так и ядерное снаряжение. И в рамках нанесения в прибрежной полосе такого ущерба, который не позволит противнику использовать свои корабли, порты, ремонтные базы, наземные аэродромы в прибрежной полосе, это заманчивая идея. И я думаю, что то, что мы об этом говорим,
уже определенные структуры давным-давно разрабатывают. И это вопрос лишь времени. Эксперты говорят, война беспилотных систем уже началась. Причем не только под водой, но и в воздухе. Взгляните. Возможно, перед вами новые глаза и уши российской армии. Комплекс воздушной разведки «Орион». Он полностью сделан из композитных материалов, может находиться в воздухе сутки, проводить детальную аэрофотосъемку местности, корректировать огонь, распознавать, захватывать и сопровождать цели в автоматическом режиме. Поговаривают, что Минобороны планируют заказать несколько десятков подобных комплексов, а для их эксплуатации сформировать новые подразделения. Беспилотники и вообще на роботизированные системы и комплексы в настоящее время делается большая ставка, потому что, как мы говорили, да, человек – это очень дорогая боевая единица. Легче решать задачи роботами. И потеря робота не влияет на боеготовность вооруженных сил, потому что роботов можно производить бесконечно. Люди в этой ситуации, да, как бы остаются живы, здоровы и решат другую задачу, которая, как бы, роботу будет недоступна. Сейчас российские конструкторы завершают работу над еще одной новинкой в области отечественной авиации. Это планирующий беспилотник-глайдер Ю-71. Данный гиперзвуковой самолет, по задумке конструкторов, сможет нести на своем борту ядерное оружие и маневрировать на скорости свыше 11 тысяч километров в час. При этом двигаться новейший летательный аппарат будет по ломаной траектории, которую невозможно вычислить, а значит сбить противоракетой. Он уже летит не по баллистической траектории, он совершает определенные маневры и, соответственно, естественно, маневрирует уже, находясь в верхних слоях атмосферы, находясь на высотах несколько десятков километров. Но это в любом случае выше 40, но где-то до 80. Это вот идет уровень вот этого дела, где этот аппарат может маневрировать. И, соответственно, при этом траектория его абсолютно меняется и самым непредсказуемым образом. Естественно, определить уже, куда летит этот объект, уже невозможно физически. В этом поэтому его исключается самое ценное качество. Эксперты считают, единственным серьезным соперником российскому гиперзвуковому глайдеру может стать китайская разработка под названием Ву-14. Это тоже планирующий аппарат, правда, испытанный всего один раз, 3 года тому назад. Оказалось, что, как и российский глайдер, китайский беспилотник может маневрироваться сверхзвуковой скоростью в 11 тысяч километров в час. Вот только какое оружие он способен на себе нести, пока неизвестно. Пока же наиболее опасным дроном Поднебесной эксперты считают «Цайхун-5». Этот новейший беспилотник может использоваться как разведчик и как ударный бомбардировщик. Эдакое 2 в 1 от китайских конструкторов. При этом атакующий потенциал довольно внушительный. 24 ракеты класса «воздух-земля». Мы сегодня знаем, что ни один современный радиолокатор практически не видит скорости, сопоставимой с гиперзвуком. То есть такие объекты беспрепятственно входят в зону ПВО и поражают заданные цели. Поэтому Китай, как высокотехнологичная страна, которая стремится стать одним из мировых лидеров, да, и диктовать, в общем-то, свою политику в мире тоже, чтобы его мнение было учтено, будет делать все усилия для того, чтобы развивать подобные технологии. В принципе, как бы, потенциала Китая достаточно для того, чтобы сделать и гиперзвуковой летательный аппарат. Хотя пальма первенства в создании беспилотников принадлежит американцам. Они вот уже 10 лет бомбят неугодных западной демократии по всему миру. Взгляните. Это разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 «Риппер» или «Жнец». Он может находиться в воздухе больше 30 часов без дозаправки и нести на себе целый арсенал смертоносного оружия. Управляемые ракеты Hellfire, работающие по принципу «выстрелил и забыл», а также умные бомбы Mark-82 с лазерным и GPS-наведением. От таких снарядов практически невозможно укрыться. Посмотрите, это кадры испытаний, которые проходили на американской военной базе China Lake в Калифорнии. Вот что стало с внедорожником после прямого попадания. А сейчас вы видите, как ракета уничтожает танк условного противника.
Неудивительно, что сегодня жнецы задействованы практически во всех операциях на Ближнем Востоке. А вот как выглядит место постоянной дислокации этих беспилотников. 174-е истребительное крыло Национальной гвардии находится на военной базе Хэнкок в штате Нью-Йорк. В начале сентября эту авиачасть покинул последний истребитель. И теперь здесь только дроны и их операторы. Мы будем первыми в стране, кто будет управлять беспилотниками класса S. Это большая честь служить в военно-воздушных силах и Национальной гвардии. Мы гордимся нашими возможностями и особенно нашими высококлассными авиаспециалистами на базе Хэнкок. Населив водные и воздушные просторы действующими и эффективными беспилотными системами, американские военные инженеры взялись и за идею создания наземного механического бойца. Посмотрите внимательно на эти кадры. Огромный робот высотой с двухэтажный дом без труда проходит сквозь преграды и расстреливает мишени. Этот робот – плод упорного труда нескольких американских энтузиастов. И для настоящего боя он совершенно не подходит. Слишком уж много в нем уязвимостей. За последние несколько лет только в Америке на разработку боевых роботов было выделено 4 миллиарда долларов. Видимо, сюжеты фантастических фильмов не дают заокеанским творцам спать спокойно. Вот они и создают с маниакальным упрямством роботов по образу и подобию животного мира. Взгляните. Это большая собака — дроид на четырех конечностях, созданный еще в 2005 году для нужд американской армии. Планировалось, что механический пес будет выступать в качестве носильщика. Ведь он может самостоятельно выбирать дорогу, отлично держит равновесие и не падает даже на льду. Однако все его достоинства сходили на нет из-за двигателя, что приводил всю эту конструкцию в движение. Мотор большой собаки так громко тарахтел, что ни о какой скрытности на поле боя не могло быть и речи. Поэтому спустя 10 лет разработку этого робота остановили, создав на его основе целую партию механических питомцев на электродвигателях. Этот проныра отлично ориентируется на местности, умеет ползать и бегать, но самое главное, его наделили дополнительной конечностью. Как он будет использовать ее в бою, пока не ясно, но на кухне механическая рука очень кстати. Это робот с претензией на человекоподобность. Прямоходящий двуногий «Атлас» последние 5 лет активно дорабатывается. Планировалось, что в своих железных руках он будет сжимать автомат и беспощадно бороться со всеми врагами западной демократии. Однако пока даже самые простые действия вызывают у него трудности. Пока более крупные собратья боевой роботизированной семьи учатся таскать предметы и держаться на ногах, их более миниатюрные родственники уже вовсю готовятся к отправке на передовую. Посмотрите, этого малыша зовут «песчаная блоха». Он весит всего 5 килограммов и умеет запрыгивать на 9-метровую высоту. Встроенная камера делает из него настоящего шпиона. Но куда более футуристично выглядит этот робот, копирующий движение змеи. Он умеет не только ползать по любой поверхности, но и забираться на деревья и даже плавать. Заметить его притаившимся в засаде очень сложно. А вот он с помощью современных камер и датчиков видит и слышит практически все. России ответить на эту военную роботизированную эпидемию практически нечем. И это несмотря на то, что Советский Союз в 70-80-х годах входил в число мировых лидеров по производству тех же беспилотников. Одних только Ту-143 было выпущено около 950 штук. Но кое-чем мы все же можем похвастаться. Взгляните на эти кадры.
Перед вами новейшая разработка российских ученых – робот «Федор». Отечественного железного человека начали создавать в 2014 году. И за это время он научился многим премудростям. Поднимать тяжести, работать с ручным инструментом и даже делать уколы. Работящему Феде все эти навыки пригодятся. Его планируют отправить на орбиту в помощь российским космонавтам. А в апреле прошлого года Федора научили еще одному трюку – стрельбе с двух рук. К сожалению, Федя чуть ли не единственный качественный робот-андроид «Made in Russia». Поэтому несколько лет назад в нашей стране появилась отечественная целевая программа по созданию военных роботов. Рассчитана она до 2025 года. А ведь андроидов можно было бы, к примеру, научить самостоятельно лечить людей или присматривать за детьми. Но на войне пока заработать можно куда больше. Остается добавить, что новые беспилотники разрабатываются по образу и подобию живых существ. Уже сегодня созданы дроны, наделенные, по примеру, пчел или крыс коллективным разумом. Они умеют запоминать лица, рассчитывать маршруты, вести слежку. Но самое главное, беспилотники способны учиться, и некоторые из них уже умнее своих живых пилотов. Как живут наши бывшие сестры по родине? Солнечная Молдавия, гостеприимная Грузия, серьезная Латвия, милое сердце Украина. Часто ли ездят на выходные в Париж? Сколько стоит у них коммуналка? По-прежнему ли во всех своих бедах они обвиняют Россию? Если вы ищете ответы на эти вопросы, вот эта книга для вас. «Бывшие сестры». В ней мы попытались дать честный ответ, с чего это вдруг, если у них так хорошо, как об этом рассказывают их чиновники, численность населения после освобождения от советской как бы оккупации сократилась на совершенно невозможные 20%. Более того, почему, по прогнозам экспертов, через 40 лет наши любимые, например, Эстония, Латвия и Литва, войдут в историю как государства-призраки, у которых территория будет, а вот населения уже нет? Эту книгу можно найти на полках «Читай города». Крепче за баранку держись, шофер. Почему скептики не верят в перспективы отечественного автопрома? Кто и как разваливал наше машиностроение? И как старые советские автомобили становятся все популярнее не только в России, но и на Западе? Смотри сейчас, как он будет от меня уходить, как от стоячего. Скорость. Все, пошел. Я его на гелине не могу догнать. Там под капотом заряжено. Осторожно, химическая атака. Зачем натовцы начали переоснащать химические войска? Зачем современному десантнику противогаз? И для чего американских морпехов учат выживать при ядерном апокалипсисе? Атака на православие. Как западные стратеги пытаются уничтожить основу русского мира? Кто объявил войну священникам Московского патриархата на Украине? И почему Запад и Европа боятся православия больше, чем коммунизма? Страх особенно всегда это было и во время Византийского царства. Сомнение к православию. Мир захлестнуло новое безумие, сравнимое по масштабам с увлечением электронными сигаретами или здоровым питанием. Сегодня вполне состоятельные и нормальные мужики одержимы манией массового приобретения старых машин советско-коммунистического прошлого. Скупает все – блестящие никелем победы и карикатурные жуки-запорожцы. «Жигули-копейки», неотличимые от «Фиата» времен итальянского неореализма и «девятки мокрый асфальт».
Что это? Ностальгия по далеким временам личных сексуальных рекордов? Или это дань крепкой надежности советского автопрома? Желание выделиться из безликой толпы обладателей массовых брендов? Или стойкая убежденность в том, что принцип «могу любую, а езжу на своей» поможет стране победившего социализма вернуть былое величие? Давайте посмотрим, как выглядят эти советские авточудеса. Это лучше, чем любой танцпол мира. Потому что только тут можно спокойно расслабиться. Перед зеркалом, да? Только тут можно по-настоящему оторваться с друзьями, забыв о работе, учебе, выборах и дрязгах в семье. А еще здесь можно спеть старые песни о главном. И не важно, что музыкальный вкус давно попахивает нафталином. Я люблю тебя на И только здесь можно интимно, так сказать, без посторонних глаз, покреативить под музыку. Ведь ничто так не раскрывает таланты, как своя барабанная установка и куча веселых подруг на подтанцовке. Эти дифирамбы про наш отечественный гараж. Да-да, не удивляйтесь. На дворе 21 век. Время айфонов, интернета и виртуальных друзей в социальных сетях. А наши люди по-прежнему куролесят в собственных гаражах. Ни одному иностранцу не понять трепетное отношение русского человека к своему гаражу. Да нам и самим порой не под силу объяснить эту привязанность. То ли наша душа просит какой-то домашней, почти сокровенной обстановки, то ли в нас крепко засела привычка с советских времен, когда гараж был не просто местом для хранения машин. Это был и досуг, и мужской клуб по интересам, и показатель достатка. В общем, гараж для русского человека святое. Помните, как в фильме у Эльдара Рязанова? Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем! Да! Свете гаража! Чего нам скрывать? Посмотрите, вот он, отечественный гараж. Железный, кирпичный или деревянный домик с широкими воротами – неотъемлемый атрибут жизни нашего человека. Да, практически его второй дом. Помните, как в Советском Союзе автомобилисты в субботу на рассвете уходили в гаражи и обратно возвращались лишь поздним вечером в воскресенье? И все потому, что гаражи для них были местом практически сакральным. Там они колдовали над своими железными конями, ремонтировали их и доводили до ума, как тогда говорили, выкидыши советского автопрома. Знаете, у нас перегревается правое переднее колесо. Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. Мне кажется, там вот это... Вот опрете гараж-то. У советских людей гаражи подчас напоминали пещеру Али-Бабы. Помимо машин и запчастей, там хранились соленья, варенье, картошка и даже старые вещи, которые жалко выбрасывать. Сегодня, как и в советское время, гараж – это роскошь. Но те, у кого эта роскошь имеется, отрываются там по полной. Причем мы сейчас говорим не о пикниках, песнях и плясках, хотя их устроить в гараже тоже дело святое. Мы о том, что в обычных советских гаражах русские парни своими руками собирают настоящие автомобильные шедевры. Посмотрите, какой ретромобиль собрали эти умельцы. Вот перед вами машина 65-го года выпуска. Это ГАЗ-21 третья серия. Как вы видите, состояние машины не такое печальное.
А эти мостаки вернули к жизни автолегенду – советскую «Волгу». Любопытно, что эта машина и в СССР была мечтой любого гражданина. И сегодня многие ценители грезят заполучить ее в свой автопарк. Кстати, иностранцы тоже буквально гоняются за нашими советскими автомобилями, а все потому, что их машины стоят очень дорого, а ломаются неприлично быстро, не то что наши. Вы только послушайте, как рычит мотор. От винта. Если это не секс, то что же тогда секс? А вот эти рукастые умельцы, как сейчас говорят, оттюнинговали еще один авторитет – внедорожник УАЗ-469, который, кстати, еще с советских времен считается самой надежной или, как сказали бы современные автомобилисты, неубиваемой тачкой. А теперь посмотрите, что получится, если этому старенькому УАЗику поставить новые колеса, а под капот воткнуть импортный дизельный двигатель. Примерно такая же мощность, но тяга выше и... Ну, крутящий ниже смещен. Главное, не пахнет бензином. Советские УАЗики – настоящие фавориты и наших, и западных автолюбителей. И это неудивительно, говорят эксперты, ведь такой надежный и в то же время неприхотливый внедорожник сегодня днем с огнем не найдешь. Посмотрите, какой отличный гоночный болид получился у этого умельца. Те, у кого когда-нибудь был УАЗик, четко знают, что они открывают дверь и видят три педали. В нашем случае сейчас сразу видно, что что-то не так. Это УАЗ, у которого в салоне две педали. Вот итог такого апгрейда. Посмотрите. 6,7! 6,7! Да ладно! В это сложно поверить, но теперь этот бешеный УАЗик спокойно разгоняется до сотни меньше, чем за 7 секунд. А вот омские умельцы взяли обычный автомобиль «Москвич-Светогор» и превратили его в нечто очень мало теперь напоминающее изделие московского завода имени Ленинского комсомола. А теперь смотрите, что происходит после такого гаражного тюнинга по-русски. Вот на трассе водитель на хваленом Гелендвагене не может угнаться за 21-й «Волгой». Смотри сейчас, как он будет от меня уходить, как от стоячего. Скорость. О, пошел. Я его на Гелине не могу догнать. Что же у него там под капотом заряжено-то? А вот посмотрите, как наш старенький, но здорово прокачанный ВАЗ не оставляет никаких шансов заграничному Порше. А еще гаражи считаются мужской территорией. Сильный пол глубоко убежден, что женщины здесь как на корабле в беде. На этот счет прошлись даже юмористы из шоу «Уральские пельмени». Ну и что ты меня в чужой гараж привела? Дима, это твой гараж! Я прибралась! Ты что наделала? Ты что? Ты знаешь, что сделала? Ты лишила меня побед! Каких побед? Я тебе тут такую чистоту навела, все твои болтики разложила. Вот, смотри, гаечки на 12, на 14, на 8, все по порядочку. Ты что, с ума сошла, что ли? Найти в баночке из-под кофе болтик на 12. Для меня была реальная победа. А если я к ней еще гаечку находил, я был дважды чемпионом. Ну и как обойтись без настоящего гаражного отдыха? Шашлычок под коньячок – святое дело. Равных в этом деле не было ни советским, ни современным автолюбителям. Игорь, как там готовка? Да посеял, как угодно. Славный дружи, Игорь. Работает как надо. Вы удивитесь, но даже уезжая за границу, наши люди своих привычек не меняют.
Этот теперь уже гражданин Германии обзавелся на новой родине гаражом и весело там проводит время. Кошин, ребятки, я в гараже порядок навожу. И включил себе музыку. Нормалек получается. С музыкой, с пивком, и работа идет. Западных автомобилистов на таких гаражных посиделках вряд ли увидишь. Иностранцы предпочитают руки не марать и не соваться под капоты своих машин. А гаражи у них так, что-то вроде чулана для хранения старья. Закинул и забыл. А еще они все чаще превращают свои гаражи в помещение для фитнеса. Действительно, если машина вдруг заглохнет в безлюдной местности, понадобится хорошая физическая подготовка, чтобы добраться до ближайшего телефона и вызвать эвакуатор. Еще, Дэвид, еще. Немного подальше. Вот здесь, да. Подтяни колени, Дэвид. Хорошая работа. Вы удивитесь, но помимо тренажеров, в западных гаражах очень часто можно встретить наши советские машины, потому что за границей на них колоссальный спрос. Посмотрите, вот так во Франции автолюбители удивляются незнакомой марке машины на дороге. Они гадают, откуда этот автомобиль, из ФРГ или Японии. На самом деле они встретили старую советскую классику «Жигули» пятой модели. Вот эта машина едет. Мощно так. Знать бы откуда. Из Японии или Германии. Впрочем, на местных авторынках можно купить и более современные машины. Например, «Ладу Приору». Причем совсем недорого. А это уже автомагазин в соседней Германии. Кстати, наши «Лады» по продажам бьют там все рекорды. По данным Федерального управления транспорта ФРГ, за 2017 год немцы купили отечественных «Лад» больше, чем «Лексусов». Лучше всего немецкие автолюбители разбирают наши «Нивы» советского образца. Пусть эти машины и не напичканы дополнительными опциями, зато в уличном потоке уж точно не затеряются. Ребята, вот как вы думаете, на чем ездят немцы? Многие говорят, «Мерседесы», «Фольксвагены», «Ауди». Да ничего подобного. На «Нивах» немцы гоняют. На «Нивах». Вы не поверите, но практичные немцы приспособили эти наши внедорожники даже для коммунального хозяйства. Из «Нивы» сделали снегоуборочную машину. Сзади посыпает соль. А спереди у нее лопата. Эксперты говорят, еще в середине 70-х годов прошлого века, создав машину повышенной проходимости «Нива», советские инженеры и конструкторы совершили настоящий прорыв. Нашим внедорожникам тут же заинтересовались на Западе. Ведь там, где не проходили хваленые импортные джипы, пробиралась наша «Нива». Только посмотрите, этому автомобилю никакие сугробы в поле нипочем. Лишь 10 лет назад спустя японцы смогли выставить конкурента ВАЗовской легенде. Правда, по мнению специалистов, их Судзуки Витара как-то подозрительно похож на внедорожник из страны Советов. Но и это не всегда помогает импортным авто. «Нивы» пользовались популярностью и за океаном. Посмотрите, вот одна из машин, на которых еще стоит маркировка «Made in USSR». Этот красный раритет 1991 года выпуска четверть века бегал по канадским ухабистым дорогам, пока его не приобрел настоящий ценитель советских авто из Сиэтла. Ну и заведем мотор, послушаем, как он работает, правда, без глушителя. Заводится с полоборота и работает, скажу я вам, просто идеальнейше. А в Калифорнии есть даже клубы любителей раритетов отечественного автопрома. Владельцы этих авто периодически устраивают автопробеги и выставки, на которых собирается масса народа. Посмотрите. Это удовольствие. Более чем Rolls-Royce или что-нибудь там, эти заразные машины. Каждый день езжу, надо будет Uber, звоните. Это Нью-Йорк.
От посетителей нет отбоя. Тут можно увидеть и легендарный горбатый «Запорожец», и вазовские восьмерки первых выпусков. А вот наши блогеры решили не только показать, но и дать покататься на советских автомобилях американцам, которые таких машин даже на картинках никогда не видели. Первые же они решили протестировать знаменитую шестерку «Жигулей». So that's cool. Вот это круто. Это удобно, когда ночью выходишь из машины. Остальные автопроизводители должны взять пример. Это круто, что рычаг коробки передач очень близко от руля. То, что нужно при переключении. Сцепление тяжелое. Мне нравится. Они знали, что тогда делали. Сиденья комфортные. Отлично, мы на взлете. Как только ты ее почувствовал, все встает на свои места. А вот поездка на армейском грузовике ГАЗ-66 привела американцев в полный восторг. Мне нравится кондиционер здесь. Просто открываешь окно, и все. Это как ты дрифтуешь. Я говорил в предыдущем видео, дрифт на старой машине. Это просто кружок. Здесь много места, очень много. Смотри, сколько. Впрочем, в США сегодня можно не только потрогать и посмотреть, но и запросто купить раритетный советский автомобиль. Правда, экземпляр в хорошем состоянии влетит вам в копеечку. Посмотрите, за эту чудесно отреставрированную 21-ю «Волгу» продавцы хотят выручить 15 тысяч долларов. И это еще по-божески. Вон стикер, на котором написано «Модель и все остальное сделано в СССР». Да что там «Волга»? Посмотрите, вот этот желтенький ушастый «Запорожец» ЗАЗ-968 1978 года выпуска, его владелец во Флориде продает по цене нового «Рено Логан», а точнее за 14 тысяч долларов. Хозяин этого чудо-автомобиля с гордостью признается, что в случае чего все в нем можно без проблем починить своими руками. Есть такие прокладки или мембраны, поэтому мне... Вот здесь они стоят. Мне пришлось и вот его разбираться и менять вот несколько мембран. Там три мембраны поменял, пока работает нормально. А знаете ли вы, что у советских спецслужб были такие автомобили, от которых ни один шпион ни на каких иномарках не мог оторваться? Ведь все это было совершенно секретно. Первой такой догонялкой в автопарке спецназначения стала легендарная «Победа М-20» с добавленной литерой «Г». Внешне она ничем от обычной не отличалась, но была оснащена более мощным шестицилиндровым форсированным двигателем, что позволяло разгоняться до 130 км в час. И таких побед по особому заказу было сделано всего около 100 штук. Они действительно могли на дороге чуть больше, чем обычные машины. То есть какие-то технологии были, но это все не массовые технологии. Это все технологии под конкретные нужды конкретных людей. Форсированные моторы, другие передаточные числа, другие коробки передач. Наши машины сегодня становятся востребованными за границей как никогда. А ведь еще 25 лет назад судьба отечественного автопрома висела на волоске. Если до распада Советского Союза автомобильная промышленность была одной из основных отраслей нашей экономики, то, начиная с 90-х годов прошлого века, ее начали планомерно убивать. АЗЛК не производил современный продукт. Вот. Там были какие-то переговоры с Рено, были инсталляции мотора Рено, но это все, как говорится, мертвого припарка. На самом деле АвтоВАЗ... не работал под потребителя, не работал под нужды, никогда не изучался рынок, нормально не изучался спрос. Вот. Делали, исходя из своих производственных мощностей, бы из того, что умели. Вот отсюда корни проблем. Много лет скептики утверждали, что машины мы вообще делать не умеем, что у нас выпускают исключительно ведра с гайками. И вообще наша автомобильная промышленность не сможет пережить ни экономический кризис, ни санкции. А между тем, в прошлом году с российских конвейеров сошло 1,5 миллиона автомобилей. Послушайте, что говорил наш президент, недавно побывавший на Горьковском автозаводе. ГАЗ и сегодня, а все мы, конечно, помним такие известные марки, как «Полуторки», «М-ки», «Победу», но ГАЗ и сегодня активно развивается.
не только развивается, он стал неотъемлемой частью и нашего автопрома, нашей экономики, но он является неотъемлемой частью, естественной частью и мирового автомобильного производства. Посмотрите, вот так в конце января на Кубу по морю доставили почти 350 автомобилей ВАЗ, «Лада Веста» и «Лада Ларгус». За 12 лет это первая партия отечественных авто на остров Свободы. Власти Гаваны собираются использовать их в службе такси. Вообще советских машин здесь много, и народ их любит. Кто-то там собирает мини, кто-то ВАЗ-2105. Вот. Ну, потому что, наверное, навевает воспоминания там о каком-то совсем ретро. Противники отечественного автопрома могут сколько угодно талдычить о том, что с наших конвейеров по определению не может сойти что-либо путное. Да и никогда не сходило. Только вот почему-то тех, кто сегодня с удовольствием приобретает старенькие горбатые запорожцы и «Волги» с оленем на капоте или даже современные вазовские модели, становится все больше. И причем не только в России. Остается только добавить, что в сердце каждого советского мужчины живет святая уверенность в том, что как бы ни были прекрасны современные иномарки, лучше нашего «Москвича» 71-го года выпуска ничего в мире нет. Потому что там железо было в палец толщиной, не то что сейчас, ее же можно булавкой проткнуть. А движки? У этих разве движки, а советский движок, ему же с носу не было. А если искра пропадет или там масло жрать начнет, так это ж пару пустяков починить. Ведь многие уходили для этого в гаражи по выходным прямо с утра, а к вечеру далеко не каждый из них мог вернуться домой без помощи друга, который, как вы помните по советскому киноэпосу, никогда не пьянеет. Осторожно, химическая атака! Зачем натовцы начали переоснащать химические войска? Зачем современному десантнику противогаз? И для чего американских морпехов учат выживать при ядерном апокалипсисе? Атака на православие. Как западные стратеги пытаются уничтожить основу русского мира? Кто объявил войну священникам Московского патриархата на Украине? И почему Запад и Европа боятся православия больше, чем коммунизма? Страх особенно всегда это было и во время Византийского царства. Сомнение православия. Сенсацией завершилась прошлая неделя. Пришла в себя дочь помилованного предателя Скрипаля, и теперь мир, затаив дыхание, ждет ее показаний. Есть нюанс. При том, что все ждут, никому не интересно, на кого укажут пострадавшие, потому что весь прогрессивный мир точно знает, во всем виновата родина-мачеха. История ясна, как лондонский закат. Скрипаль и дочка были отравлены высокотехнологичным отравляющим газом, который убивает мгновенно, следов не оставляет, а еще такой газ есть только в распоряжении особо засекреченных структур государственной безопасности России. Есть нюанс. Во-первых, оба живы, а дочка даже пришла в сознание. Получается, высокотехнологичный газ какой-то левый. Во-вторых, еще не довезли пострадавших туда, куда, как в «Гарри Поттере», нельзя называть, потому что до сих пор непонятно, где они находятся. Может, даже пьют пиво где-нибудь в секретном бункере да посмеиваются. Как всему миру стала известна формула газа. Подождите, джентльмены, а как же не оставляет следов? В-третьих, выясняется, что газ еще в 90-е годы попал в страны развитой демократии совершенно открытым способом, так сказать, в рамках свободного обмена. Есть его описание даже в открытой печати. И уже вишенкой на этом тортике всеобщего абсурда стал тот факт, что отец советского химического оружия, товарищ Мирзоянов, который в начале 90-х, лишь только Ельцин слез с танка у Белого дома при помощи ЦРУ, быстренько свалил из закрытого института прямиком в закрытую лабораторию в США, и теперь озвучивает версии отравления космического масштаба и космического же цинизма, потому что в глупости и в незнании предмета его не обвинишь. И вот теперь, на фоне вывороченных наизнанку секретов химической угрозы, актуальным становится вопрос защиты от этой угрозы. Если завтра химическая война, кто и как будет спасать население планеты? Смотрим.
Сегодня нарастает напряжение в дипломатическом скандале между Великобританией и Россией в связи с новыми подробностями в деле отравления бывшего шпиона и его дочери. Вот такими репортажами о коварных русских, якобы отравивших перебежчика Скрипаля и его дочь, американское телевидение исправно снабжает своего телезрителя. Штатовские журналисты, что называется, хайпят на этой истории, поэтому у рядовых американцев от страха уже поджилки трясутся. Еще бы! Им каждый день рассказывают о российской угрозе, мол, мы не только травануть химией можем, но и бахнуть ядерной ракетой по североамериканскому континенту. Не только Россия модернизирует свои вооруженные силы, оснащая их очень современным оружием. Возможно, вскоре они создадут какое-то сверхмощное оружие. Но очевидно, что именно русские хотят видеть ядерное оружие в качестве основного элемента в своей политике. Подобные страшилки привели к любопытному результату. Пентагон обратил пристальное внимание на свой химический корпус, которому в этом году исполняется 100 лет. В честь такого грандиозного события ожидается целая серия праздничных мероприятий, первым из которых в середине марта стал патриотичный пробег по местам боевой славы американских химических войск. А по всей стране были запущены вот такие рекламные ролики. Химический корпус предназначен для химического, биологического, радиационного и ядерного обеспечения военных действий наших вооруженных сил и защиты национальной безопасности. Вот так тренируются бойцы химического корпуса США. Этот корпус – аналог российских войск радиационной, химической и биологической защиты. Сначала американцы сдают норматив по надеванию костюма химической защиты, а затем отрабатывают физические упражнения в помещении, заполненном газом с отравляющими веществами. Раз, два, три, четыре. А это элита американской армии, морские пехотинцы. Им буквально вдалбливают в головы правила поведения при химической или ядерной атаке. Сначала объясняют на словах, как воздействуют отравляющие вещества на человека и какие ошибки нельзя совершать при работе с противогазом. А потом на деле просто заставляют впустить отравляющие вещества внутрь маски. Справятся ли бойцы армии звездно-полосатых в случае реальной ядерной или химической атаки с противником, пока неизвестно. Но развеселить точно смогут. В этом у нашей редакции не возникло сомнений. Посмотрите, какое у них чувство юмора. Петросян позавидует. Вот один из бойцов танцует в полном обмундировании. Наши парни из войск радиационной, химической и биологической защиты тоже не прочь разбавить армейские будни хорошими шутками. Или, к примеру, танцем. А это уже брейк-данс. Для настоящего танцора противогаз на лице не помеха. А эти новобранцы в противогазах умеют не только бегать, но и использовать оружие. И даже имитировать выстрелы из автомата. Хотя говорить в противогазе – то еще удовольствие. Резина почти не пропускает звуков. А вот послушайте, как этот парень поздравлял сослуживцев с праздником. А вот это уже не приколы. Перед вами тренировка военнослужащих учебного центра радиационной, химической и биологической защиты, или РХБЗ. По плану учений район подвергся заражению, и на место тут же выехали бойцы подразделения. Они берут пробы грунта, воды, а в особо опасных зонах используют роботизированного помощника.
А сейчас вы видите кадры соревнований армейских международных игр, прошедших в августе прошлого года на северо-западе Китая. Команды из КНР, России, Белоруссии, Египта, Ирана демонстрировали способности войск химической и радиационной защиты. Сегодня в распоряжении наших бойцов РХБЗ самая современная техника. Взгляните, это новейший бронеавтомобиль «Тигр». На данной машине можно спокойно въезжать в район заражения, ведь она способна, вы не поверите, стать полностью герметичной. Кроме того, здесь имеется все оборудование для взятия проб и проведения анализов. Да и сам «Тигр» и не машина вовсе, а настоящий зверь. А сейчас на своих экранах вы видите работу другой новинки – машины для постановки дымовых завес ТДА-3. Данная техника появилась в нашей армии в прошлом году, и сегодня с ее помощью можно скрыть передвижение войск на площади более 50 футбольных полей. Все благодаря авиационному двигателю, который превращает дымовую смесь в густую завесу. Но самый главный атрибут каждого бойца войск РХБЗ – противогаз. Причем настоящие профи могут надеть его в мгновение ока. Не верите? Смотрите. Вообще быстро. Кстати, наши противогазы – одни из самых надежных и распространенных в мире. Делятся они на два типа – фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие противогазы применяют фильтры. Такие угольные, там различные. Они вот от хлора. Вот. Сейчас на противогазах, наверное, наиболее продвинуты два фильтра от разных заражающих веществ. А вот, допустим, противоугарного газа не действуют фильтры. Там нужен только изолирующий противогаз. То есть он замкнут у цикла. Там кислород идет по циклу. Вот. Вырабатывающие пластины, которые вырабатывают кислород. И человек дышит. Взгляните, перед вами, по мнению многих военных специалистов, один из лучших противогазов мира на начало 80-х годов – отечественный ПМК-1. Разрабатывали его для элитных войск и спецподразделений. Применяться он может во всех климатических зонах при температуре от минус 40 до плюс 40. Кроме того, в этом противогазе можно пить прямо из армейской фляжки. Питьевая система подключалась к таким крышкам, и можно было пить воду из фляги, даже в зараженной атмосфере. И питьевая система работала по принципу сообщающихся сосудов, то есть нужно было держать флягу чуть выше головы, и тогда вода плавно перетекала по питьевой трубке. А это уже третья версия противогаза из серии ПМК. На вооружении войск РХБЗ он стоит с начала 2000-х годов. Здесь крепления для фильтров предусмотрены с обеих сторон, чтобы этот противогаз не мешал при стрельбе как левшам, так и правшам. А устройство маски предотвращает появление конденсата даже при очень низких температурах. Послушайте, что о нем рассказывает один из блогеров. Я проводил испытания при минус 18 градусах, и стекла действительно не запотевают. Ну, за исключением, если предварительно эту маску охладить. Если маска комнатной температуры, то стекла действительно не запотевают. Сейчас перед вами самый современный противогаз. Разработка отечественных мастеров из Тамбова. Зона его применения – крайний север. Рецепт материала, из которого сделана маска, не разглашается. Одно из основных достижений – здесь используется запатентованная система, которая позволяет свободно разговаривать в противогазе, не используя электронику. Ну, это преимущество в том, что его трудно засечь, объект этот, кто идет. То есть реально, если он разговаривает и что-то так, вот его трудно запеленговать, и в конце концов, если это командир подразделения или кто там еще командует, его трудно уничтожить, накрыть. Он локально работает.
А этому отечественному противогазу эксперты приписывают максимальный КПД и самое продолжительное время работы. Знакомьтесь, ИП-5. Он защищает, внимание, от всех отравляющих веществ любых концентраций и предназначен для работы в атмосфере, содержащей недостаточное количество кислорода. Взгляните на принцип его работы. Выдыхаемый воздух по шлангу попадает внутрь сменного регенеративного патрона. В нем находятся активные химические вещества, которые поглощают двуокись углерода, забирают из нее углерод, а возвращают чистый кислород. Одними из самых распространенных в мире противогазов, наряду с нашими, являются изделия американской оборонки. Посмотрите, это американский противогаз М-40. Он был основным в рядах американских войск радиационной и химической защиты вплоть до середины 2000-х годов. Задерживает 15 видов отравляющих веществ и эффективен в течение 12 часов. А за необычный внешний вид его частенько выбирают сталкеры и исследователи запретных зон по всему миру. А это последняя разработка американских конструкторов противогаз М-50. Он стоит на вооружении американской армии с 2010 года. Защищает вдвое дольше, чем М-40. Интегрирован с системами связи, оптическими прицелами и остальной составляющей пехотного боекомплекта. Внутри электронный микрофон, повышающий качество связи. Американский противогаз, он имеет вот такую вот широкую маску. Эта маска практически не потеет, не мешает боковому зрению. Она позволяет не так уставать. Это с одной стороны. Ну и с другой стороны, это сами вот эти вот элементы фильтрующие, которые находятся не где-то вот отдельно, там через трубку, а непосредственно в маске. Кстати, первыми противогаз придумали именно русские во время Первой мировой войны. Взгляните. Перед вами химическая атака 1915 года. Германия применила хлор, от которого за 10 минут погибли 5000 человек. Первоначально применяли вот именно повязки, их смачивали, даже просто водой смачивали. Это, я говорю, первые какие-то эксперименты были, даже мочой смачивали солдаты. Кроме того, потом появились специальные растворы. Эти растворы также использовались для того, чтобы смачивать повязки, и это все снижало действие газов. Правда, от газа первые средства индивидуальной защиты все равно не спасали. Нужно было что-то более эффективное. И снова всему миру помогла русская смекалка. Взгляните, это Николай Зелинский, знаменитый российский химик-органик. Именно он придумал использовать угольные фильтры для очистки воздуха. А второй русский изобретатель, Кумант, соединил его с резиновой маской. После того, как прошли полевые испытания, организованные императором Николаем II в январе 2016 года, и противогаз Зелинского был признан самым лучшим средством защиты, и только после этого он поступил в массовое производство. Правда, русские ученые свои изобретения не запатентовали, а предложили технологию всему остальному миру. И противогазы стали выпускать во многих странах мира. Взгляните, это английский противогаз времен Первой мировой. Здесь у нас имеется маленький фильтр для рта. Он сделан из каучука и защищает человека от вдыхания газа. Эту тенденцию подхватили и те, кто первыми использовал химическое оружие. Немцы. Посмотрите, вот их разработки начала 20 века. Только за период 16-17 годов противогазов Зелинского Куманта было выпущено свыше 11 миллионов. Со временем технологии усовершенствовались. Появились вот такие противогазы для собак и даже, не поверите, лошадей. Одновременно с первыми противогазами появились и специальные пособия по их использованию. Сначала это были вот такие плакаты и листовки. А в период Второй мировой войны обучать людей применять противогазы стали с помощью телевидения и кинематографа. Кстати, сегодня наши противогазы особенно востребованы в соседнем Китае. Для жителей Поднебесной, особенно пекинцев, противогаз – жизненно необходимая вещь. Согласно данным Бюро по защите окружающей среды, в столице КНР в середине марта вводили оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха. В безветренную погоду Пекин накрывает такими плотными клубами дыма, что не видно даже соседние дома. Поэтому как надевать и носить противогазы, здесь знают все.
И даже свадьбы в Китае из-за смога играют в противогаз. Я видел, как много людей запускали фейерверки. Там были разные виды фейерверков. Они запустили их все сразу, днем. Воздух был очень загрязнен. Умеют обращаться с противогазами и японцы. Там это возведено в ранг обязательных тренировок. Все-таки Япония в сейсмически опасной зоне, да и атомных электростанций в стране понастроено с избытком. С противогазами в стране восходящего солнца даже шоу устраивают. Организаторы запускают в комнату с участниками дым, и все игроки должны как можно скорее натянуть маски. Правда, у кое-кого в противогазе может быть сюрприз. Сегодня противогаз не только средство выживания на поле боя, но и атрибут развлечения. К примеру, им можно попугать одноклассников в школе. А можно и из самого похода в школу сделать новомодный сегодня челлендж. Господи, на нас смотрят, как на психопатов. Кстати, можно применить противогаз и как алкотестер. Тут принцип работы понятен, как день. Окна заболели. Ты пил сегодня? Русский алкотестер. А этот молодой человек решил применить противогаз в деле борьбы с вредными привычками. Получается, что противогазы сегодня не просто средства индивидуальной защиты в военное время, но и новомодные аксессуары. Они находятся в свободном доступе, и спрос на них постоянно растет. Одни покупают противогазы для игр в страйкбол и исследования различных заброшенных мест, а вторые хранят на балконе и в шкафах из страха, что когда-нибудь придется их использовать. Будем надеяться, что эти страхи так страхами и останутся, и нам не придется применять противогазы по-настоящему. Остается добавить, что наш советский академик Зелинский, тот, который изобрел противогаз, не стал делать из него секретное противооружие. А ведь Россия, оснастив секретными противогазами, только себя могла бы отравить до всех противников вместе взятых и стать владычицей мира. Не стал Зелинский и оформлять патент, а мог бы в условиях востребованности изобретения стать реальным миллиардером. Он поступил проще. Секрет своего изобретения он подарил всему миру. Мир, бери, пользуйся. Мир и взял. Но не прошло и двух десятков лет, как полыхнули первые русские хаты. И пошли спасенные академиком Зелинским парни делить нашу родину. А теперь информация для моих постоянных зрителей в городе Краснодар. Дорогие друзья, 28 апреля в 19 часов в Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Отвечу на все ваши вопросы. Билеты на сайте kassir.ru и в кассах филармонии. Итак, 28 апреля в 19 часов встречаемся в Краснодарской филармонии имени Пономаренко. На этот вечер не планируйте ничего важного. Атака на православие. Как западные стратеги пытаются уничтожить основу русского мира? Кто объявил войну священникам Московского патриархата на Украине? И почему Запад и Европа боятся православия больше, чем коммунизма? Страх особенно всегда это было и во время Византийского царства. Сомнение к православию. Может нам хоть кто-нибудь объяснить, почему на Украине, исконно православной земле, где крестилась Киевская Русь, которая сама по себе является колыбелью русского православия, первое, с чего активисты Майдана начинали движение в Евросоюз, так это со сквернения православных храмов? Почему бойцы украинской армии с особенным остервенением расстреливали на Донбассе православные храмы?
Почему так называемые радикалы, а проще говоря, бандеровцы, а еще проще нацисты, забирают храмы у прихожан, выгоняют священников? Почему сейчас, в преддверии Пасхи, они с новой силой развязали это святотатство? В этом вопросе пыталась разобраться Евгения Козырь, наш главный редактор. Женя, в чем же причина войны против православия на православной же Украине? Пасха – один из главных религиозных праздников нашей страны. День победы Христа над дьяволом, день победы жизни над смертью. До революции в нашей стране этот праздник был государственным. После революции наши люди продолжали его отмечать, даже несмотря на то, что в стране советов верить было как-то не принято. Старшее поколение наверняка хорошо помнит, как под Пасху во всех кулинариях и булочных нашей страны появлялись пасхальные куличи. Правда, назывались они тогда кекс весенний. Бей! А вот как сегодня наши люди отмечают православную Пасху. В кругу семьи устраивают грандиозную битву пасхальными яйцами. Побеждает в ней тот, у кого, как говорится, яичко покрепче. Давай. В нашей стране приготовление к Пасхе – это целый ритуал. За день до праздника непременно нужно покрасить яйца, причем так креативно, чтобы обзавидовались все родственники и соседи. Только посмотрите на это пасхальное творчество. Вот так выглядит несколько разных яиц, обсыпанных манкой. Посмотрите, как выглядит укроп на таком яйце. Мне напоминает он пшеницу. Пасхальные яйца готовы. Посмотрите, какие симпатичные они получаются. Вот такие яйца будут у меня в этом году на Пасху. Будем делать их вместе с детьми. Это очень прикольно и очень просто. Православие для России не просто религия, а, как модно сейчас говорить, духовная скрепа. Именно она веками объединяла наших людей. Именно она сделала нашу страну великой державой. Не будь у нас православия, на месте сегодняшней необъятной России были бы удельные княжества. Не будь православия, не было бы и русского мира. Именно поэтому все, кто мечтает уничтожить нашу страну, первым делом начинают бить по нашему православию. Кайся, сволочь, на колінах, як громадян чиїх. Окупанти вступили на нашу землю, привезли чеченців, привезли москалів, привезли ще Господь знає кого, і він каже, громадянська війна. Донбас проукраїнський. Ми там були, ми це бачили. Київська область, село Червоне Мотовиловка. Там на священника Русской Православной Церкви накинулись так называемые украинские патриоты. После Майдана они словно с катушек слетели и начали громить православные церкви Московского Патриархата. Посмотрите, во что недавно превратили украинские радикалы Свято-Покровский храм в городе Черноморск Одесской области. Здесь кто-то испражнялся прямо на святом месте здесь. Двери сломаны, алтаря. Мало того, что вандалы разнесли весь храм, они еще прихватили с собой все, что хорошо и плохо лежало. Единственное, что я могу сказать, не ведают, что творят. Если уже на это покушаются, так это не люди, не христи. А здесь картина уже гораздо печальнее. Это Киевский храм Преображения Господня, который принадлежит Московскому патриархату. Точнее, то, что осталось от этого храма. В начале марта его подожгли украинские радикалы. Произошло варварское такое действие. Значит, разбили окно, налили горючего. Вот, предположительного бензина. Подожгли и скрылись. Когда приехала пожарная, тут уже все в огне. Вот сейчас все видим черное. Вот часть икон сгорела, икона Пресвятого Смирения вообще там осталась полрамки. Любопытная вещь. Все это происходит с молчаливого согласия Филарета, украинского псевдопатриарха. Посмотрите, вот так в начале недели в Михайловском соборе он освящал пасхальные куличи, которые потом отправили бравым украинским воякам в так называемую зону АТО. Что побеждает в любой борьбе? Оружие или дух? Зброя чи дух? Дух. Дух. А мы это делаем. Освящаем, молимся, посылаем эти куличи для чего? Для того, чтобы поднять их дух.
На Украине есть баптистские церкви, католические костелы, иудейские синагоги, есть даже буддийские храмы. При этом нападают на храмы только православные, причем именно московского патриархата. Почему? Потому что это та ниточка, которая связывала Украину с Россией. Был еще русский язык, но его запретили. Вот так почти 20 лет назад на православную Пасху на сербские города натовские самолеты сбрасывали бомбы с надписями вроде таких. «Счастливой Пасхи! Надеемся, вам это понравится!» Ты все еще хочешь быть сербом? Любопытная вещь. Знаете, с чего Запад начинал уничтожение Сербии? Правильно. Так же, как и на Украине сегодня. С православия. Посмотрите, вот так косовские албанцы с молчаливого согласия своих натовских покровителей уничтожили храм в городе Подужево. Сначала под улюлюканье толпы срывали кресты, а потом и вовсе подожгли здание храма. Причем делалось все это нарочно, потому что православие словно кость в горле для западной цивилизации. Страх особенно всегда это было и во время Византийского царства, сомнение к православию. Кто-то сказал, этот, как его Блэр сказал в последние времена, что вот хуже для современного человечества православие, которым идет Путин, чем Советский Союз и большевизм. Вот он сказал. Ну что это значит? Почему Запад православие боится больше, чем коммунизма? Потому что именно оно не раз спасало наше Отечество. Многим героям оно давало ту силу, при помощи которой и простые солдаты, и полководцы совершали великие подвиги. Существует легенда, что в декабре 41-го, в то самое время, когда шла кровопролитная битва за Москву, по приказу самого Сталина, столицу трижды облетел самолет с иконой Богородицы. И что эта икона спасла Москву от вторжения немцев. Удивительно, но по какому-то загадочному стечению обстоятельств православные храмы в последнее время вспыхивают, как спички. Посмотрите, вот так 2 года назад, прямо на Пасху, в Нью-Йорке сгорел сербский православный храм Святого Саввы. В тот же самый день православный храм горел еще и в Сиднее. Но и это еще не все. В тот же день там же, в Австралии, только в Мельбурне, горела еще одна православная церковь. Случайность это? Или чей-то злой умысел? Западные блогеры после всех этих странных пожаров выпустили десятки вот таких видеороликов под названием «Православная Пасха в огне». Я не сторонник конспирологии. Существует много конспирологических теорий о том, что все хотят уничтожить православную веру. Но что происходит? Что-то серьезное. Сколько разных церквей? И одновременно. Многие скажут, подумаешь, пустяки, в церковь ходят только старухи. Современный человек, который разбирается в социальных сетях и в марках айфонов, просто не может верить в высшие силы. Верить или нет, конечно, личное дело любого и каждого. Вот только целясь острым словцом в православие, знайте, что попадете в Россию. Потому что русская православная церковь для нашего человека – это не только религия, но и, если хотите, идеология. Именно это так сильно и раздражает всех противников русского мира. За этой стеной без всяких помех попы получают возможность считать свои денежки безналоговые, ворочать своими сверхприбылями,
целовать свои лексусы в засос прямо в радиаторную решетку. Что тут сказать? К большому сожалению, есть в нашей церкви такие персонажи, глядя на которых, понимаешь, что, простите, дурака не спасает даже ряса. Посмотрите, на этой неделе в интернете бурно обсуждали вот этот ролик со священником в главной роли. Вот так артистично он, расхаживая вдоль столов и мимо икон, распевал на банкете приблотненную песенку. А вот еще один хит интернета. На этих кадрах священнослужитель самым что ни на есть отборным матом кроет прохожего. Зачем ты это делаешь, поганка? Ну да, не бил. И волосы черт. Сейчас посмотрим, кто кого бил, кто кого не бил. Ушки отрываю тебе. Сейчас оторву и жопу засуну. А это кадры из Нижнего Тагила. Батюшка курит, я его спалил, прикрывает лицо, сидит. Прикидываешь, в интернет сегодня попадет. Но в интернет попало не только это, но и веселое продолжение банкета. Пьяный священник дерется. Сегодня в интернете будет. Дерется пьяный священник. Давай, 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 пьяный. Вот, и еще и бахня расскажет. А это Ялта, Крым. И уже другой священник, но тоже едва держится на ногах. А вы батюшка? А? Батюшка? Я инок, я монах. А вы сейчас под градусом? И под хорошим. Честно, врать не буду. Господин, тебя как зовут? Алексей. Алексей, меня сам. Слышь ты, придурок, я сижу у человека на дороге, в машине. Увидимся. Хорошо. Расписной. Увидимся. И тут, похоже, не обошлось без спиртного. Батюшка, а покрепче принимаешь? Такие ролики сильно задевают наших людей. Еще бы, обидно за державу и за православие. Кстати, многих задевает и еще одна вещь. То, что некоторые священники, никого не стесняясь, шикуют. Смотрите, это Москва. А это уже Московская область. Эти люксовые автомобили принадлежат священникам Красноярского края. Казалось бы, вера призывает к скромности, лишениям и аскетизму. Но современный аскетизм иногда выглядит странно. Видите, X5 черный, весь красивый, модный, дорогой. На черных колесах. Весь такой модный, смотрите вовнутрь. А там батюшка сидит. Вот почему я не верю в нашу церковь. Вот куда уходит бабло прихожан и всех остальных. Пусть меня Бог накажет, но это так и есть. После такого некоторые объявляют войну православию и начинают будто бы выводить на чистую воду нерадивых священников. При этом они забывают самое главное. Сан никого и никогда автоматически не делал безгрешным ангелом. А еще они забывают, что грязь, если ее упорно искать, можно найти везде, где угодно. Хоть в школе, хоть в храме, хоть в поликлинике. Вот так с православием несколько лет назад боролась группа Pussy Riot. Удивительно, но сразу после осквернения храма они стали на весь мир знаменитыми. Посмотрите, как их принимала американская публика. Что вы такого сделали, чтобы вас посадили? Песню спели веселую в храме. We sang a fun song in a church. Okay. Хорошо. Mm-hmm.
Словно родных дочерей Пусси Райт встречала и Хиллари Клинтон. Вместе с ними она от души ругала и российскую власть, и русскую православную церковь. Невероятный триумф Пусси Райт на Западе показал одну очевидную вещь. Православие, как основу русского мира, ненавидят все, кто мечтает уничтожить Россию. Кстати, на западном телевидении почему-то очень любят поохать на тему возрождения русского православия. После развала СССР нужно было восстановить идеологию, чтобы страна не развалилась. Власть обратилась к православной церкви и консервативным ценностям. А это уже корреспонденты американского телеканала Vice News удивляются, насколько крепка православная вера в России. В Москве сегодня церкви везде. Многие участки земли были возвращены в собственность церкви, и тысячи новых церквей было построено или отреставрировано. Это по 3 церкви в день. Более 70% населения считают себя верующими. В этих западных охах и вздохах нет ничего удивительного, ведь наша вера мешает продвижению их толерантности. Но к чему привела эта толерантность нашу соседку Европу? Еще недавно там могли запытать или сжечь на костре за одно неосторожное слово в адрес католической церкви. Сегодня эти церкви сносят бульдозерами. Эти кадры из Дублина. На первый взгляд, обычный бар, где можно пропустить пару кружек пенного. Но на самом деле, еще несколько лет назад здесь крестили и провожали в последний путь верующих ирландцев. А это уже Эдинбург. Этот бар под названием «Франкенштейн» открыт в здании бывшей лютеранской церкви. Посмотрите, какие вечеринки в стиле графа Дракулы проходят здесь каждые выходные. В английском Бристоле собор Святого Павла превратили в школу для циркачей. А теперь посмотрите внимательно на эти любительские кадры. На них происходит что-то невообразимое. Французский спецназ выдворяет прихожан из парижской церкви Святой Риты. А священника буквально тащат по полу. Так стражи порядка освобождают помещение. Потому что на месте храма решили построить парковку. Европа уже никогда прежней больше не будет. Не сможет она сохранить ни собственную идентичность, ни собственную культуру. Потому что культура эта строилась на католическом христианстве, которое европейцы выбросили на свалку истории. Если и мы с вами сделаем то же самое со своим православием, то на нашем месте появятся новые народы и страны. Мне остается только напомнить, что православие в жизни и России, и Украины означает гораздо большее, чем может показаться. Потому что неважно, верующий ты или нет, именно православная традиция, воспринятая еще нашими общими предками, сформировала наш народ. Это и позволило нам выжить и получить в наследство землю, которая вот уже несколько столетий не дает покоя уважаемым соседям.